Добрый вечер. Вы смотрите «Прямую линию» с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаем. В студии работает Олег Марков и Алена Шестакова. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Айсен Сергеевич, с момента нашей последней прямой линии прошло ровно 5 месяцев. Это был насыщенный на события и принятие новых решений период. Сегодня расскажем о них, подведем итоги и обсудим актуальные вопросы. Айсен Сергеевич, сбор вопросов для прямой линии проходит с прошлой недели. Интересно узнать, сколько их поступило до эфира. Я предлагаю подключить к нашей беседе колл-центр на прямой связи со студией наш корреспондент Марфирина Алексеева. Здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, коллеги. Действительно, прием вопросов на прямую линию стартовал еще с прошлого четверга. И по данным Центра управления регионом Якутии, за это время от жителей поступило более 900 вопросов. Вопросы продолжают приниматься в чат-бот, в телеграме, в колл-центр. Напомню, номер нашего колл-центра 506-006, а также 320111, код города 4112. Это многоканальный телефон с 4 станциями, поэтому мы можем одновременно принимать несколько звонков. Кроме того, вопросы можно отправить на WhatsApp по номеру 8-914-2-792-262, а также в чат-бот Telegram главы республики. Вопросы принимаются на 2 языках, на русском и на якутском. Наиболее актуальные из них будут выведены на прямой эфир студия. Айсен Сергеевич, мы проводим прямую линию накануне праздника Дня государственности. В прошлом году вы сказали, что этот день мы посвящаем памяти первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, который стоял у истоков создания Республики Саха. С какими чувствами встречаете этот праздник вы? Конечно же, День государственности нашей республики – это важный праздник для каждого якутянина. В 90-м году 12-й Верховный Совет во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, тогда еще председателем Верховного Совета ЕАССР, приняли историческую декларацию, декларацию о государственном суверенитете, которой они провозгласили единство новой Якутии в современной России. И благодаря этому мудрому решению Михаила Ефимовича Николаева Республика Саха-Якутия, которая появилась позже, она прошла достойно вот как раз тяжелейшие 90-е годы. Сегодня я наградил ближайшего соратника Михаила Ефимовича Николаева, человека, который много сделал для нашей республики, Климента Егоровича Иванова, почетным знаком, который мы учредили в память, в честь нашего первого президента, во славу и на пользу республики. Под номером 1 этот знак вручен вот сегодня Климент Егорович. И Климент Егорович сегодня в своем выступлении очень правильно заметил. Большое видится на расстоянии. И сегодня, когда уже спала вся шелуха текущих разных трудностей, разных событий, мы видим, что те решения, которые были приняты тогда в части обеспечения самостоятельности в экономических вопросах, в части поддержки будущих поколений, в части активного строительства социальных объектов, развития многих новых для Якутии отраслей, перераспределения доходной части бюджетов консолидированных. Они все помогли сегодня Республике Саха-Якутия реально развиваться как один из самых таких мощных, знаете, регионов Сибири, Дальнего Востока, да и всей нашей страны. И конечно же, мы об этом всегда должны помнить. И сегодня мы в этот день, встречая наш праздник, День государственности республики, конечно же, вот отдаем дать должное, в первую очередь, конечно, Михаилу Ефимовичу Николаеву, нашему первому президенту. С прошлого года сделано много для его увековечения, его памяти, но, конечно, еще больше предстоит сделать. Мы сейчас уже имеем эскизные решения по мемориалу, который будет построен в Актемцах, на месте, где
покоится Михаил Ефимович. Мы сейчас выбрали место, где в Якутске, где будут стоять памятники, будет создана большая площадь, и это будет новое такое общественное красивое место в нашем городе. Сегодня уже появился вот проспект имени Михаила Ефимовича здесь, в Якутске. Его имя носит санаторий сейчас уже Бесчак, да, в Москве, который появился тоже благодаря вот его работе в 90-е годы с руководством Российской Федерации. Издаются книги, снимаются документальные фильмы. Но еще раз говорю, самое главное, что мы можем сделать, чтобы увековечить его память, это сделать все, чтобы наша республика Саха-Якутия шла вперед, чтобы развивалась, чтобы люди здесь жили счастливо. Вот. И это будет лучшей памятью о нашем первом президенте. И это будет лучшим нашим вкладом вот, в то, чтобы и День государственности Республики Саха-Якутия, и День Республики, который мы отмечаем весной 27 апреля, всегда были главными праздниками нашей Якутии. Спасибо, Айсен Сергеевич. Поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь фронту стала общей задачей для всех жителей Якутии. Постоянно идет работа по сбору гуманитарного груза, налажено производство высокотехнологичной продукции, амуниции. Предлагаю в начале эфира посмотреть сюжет на эту тему. Внести свой вклад в победу – это стремление объединяет всех якутян. Несмотря на то, что Республика Саха-Якутия находится далеко от территории проведения спецоперации, жители отстаивают свободу и независимость России на трудовом фронте. Разработка и производство ВПЛА, электромотоциклов, квадроциклов и амуниции стало возможным благодаря созданной в Якутии инфраструктуре, опытным специалистам, а самое главное – искреннему желанию помочь Родине в это непростое время. Вся выпускаемая продукция высоко оценена и востребована в боевых условиях. На рубеже передовой выполняем боевую задачу по разведке внутри противника. Очень хорошо себя зарекомендовал, сколько вот у нас всякие разные были разговоры, ну, по комплексам всякие есть. Суперкамп себя зарекомендовал очень хорошо, работает прекрасно. Территория опережающего развития патриотическая создана в Якутии при поддержке полпреда президента Юрия Трутнева. Льготный режим снижает себестоимость продукции и ускоряет ее поставки на линию боевого соприкосновения. Вездеходы «Сокол» созданы для якутского бездорожья и тайги. Они могут проходить по сложному рельефу, в том числе пересекать небольшие водоемы и реки. Всего доставлено в зону СВО уже более 150 таких машин. Также производятся квадроциклы повышенной проходимости. Подвоз боеприпасов, допустим, на линию соприкосновения, даже вывести раненых будет раз 70-80 быстрее. Добровольческие отряды республики плетут маскировочные сети, производят одежду, оказывают гуманитарную помощь бойцам, помогают жители всех районов республики. В цехах по пошиву обмундирования для военнослужащих женщины трудятся без выходных. Якутяне с честью исполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. Отвага и доблесть наших бойцов признана товарищами по оружию, их командирами, военным руководством. Героями России стали 9 якутян. Боевая подготовка и военное мастерство добровольцев оттачивается на базе Центра подготовки добровольцев «Ботур» и учебно-стрелкового центра «Сулус». Братство «Батура», я думаю, это на века, навсегда. Очень хочется, чтобы мы всегда поддерживали друг друга. И очень рад, что и нас поддерживают, и правительство, и люди поддерживают. Добровольцы – серьезная сила Якутии. Из недавних акций «Сдай ружье на СВО», когда в зону специальной военной операции было поставлено несколько сотен единиц гладкоствольного оружия. Оно помогает сбивать вражеские БПЛА, а значит приближать победу нашей страны. Ну что ж, наша поддержка и всесторонняя помощь, конечно же, необходима нашим защитникам. Айсен Сергеевич, мы получили видео с передовой, где сейчас находятся земляки, бойцы из добровольческого отряда «Ботур». Давайте его посмотрим. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Здравствуйте, жители нашей республики Саха-Якутия. От всей души, от личного состава и от командования поздравляем с наступающим Днем Государственной Республики Саха-Якутия. Выражаем вам огромную благодарность за ваше терпение, за ваше понимание, за ваше то, что помощь гуманитарную. И лично Айсену Сергеевичу передаем благодарность, то, что он сам лично приезжает, сам вручает и сам с нами встречается. Это очень большая помощь, и мы чувствуем вашу поддержку
И большое вам спасибо человеческое. А также вот сейчас, недавно мы заметили это в интернете, Международный форум выставка «Армия-2024». Мы там заметили, что по техническим характеристикам нам вот очень понравился вот обновленный «Сокол» и электрокар. Электрокар, вот неплохо было бы, вот, возможно ли отправить в наш адрес, поставить. Ну и всем вам большое спасибо. Так что нашим жителям Республики Саха-Якутия и лично Арсению Сергеевичу нашу урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! 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 Желаем, конечно же, удачи нашим бойцам. Победа будет за нами. Арсен Сергеевич, конечно же, одно из самых главных событий года – это, конечно же, приезд в республику президента страны Владимира Владимировича Путина. Давайте вспомним, как это было. Первое лицо государства ступает на якутскую землю. На взлетной полосе его встречает полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев. Посещение креативного кластера «Квартал труда» в первом пункте визита президента в Якутск не случайно. Якутия – обладатель одной из лучших региональных практик по развитию творческих индустрий. Владимиру Путину демонстрируют достижения в области креатива и новые предложения, такие как создание фонда развития и поддержки видеоигровой индустрии. Настолько глубокого познания и вообще поддержки, ну, я не ожидал, но приятно удивлен. Как и вся экономика страны, креативные индустрии республики сейчас работают на победу специальной военной операции. Владимир Путин осматривает модели беспилотников якутского производства. Герой России представляет президенту стрелковый полигон, где готовят снайперов. Александру Колесову Владимир Путин лично вручал звезду героя. Он сказал, что поддерживает наши начинания, и все работы по поддержке будут оказаны на самом высоком уровне. Следующий пункт визита – встреча президента с молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток. Глава государства внимательно воспринимает идеи молодых людей и отвечает на все вопросы участников, в том числе поддерживает предложение учителей из Анабарского района ввести правительственную стипендию для студентов дальневосточных вузов. Дальнейшее развитие региона, уровень благосостояния людей и надежность энергоснабжения – круг вопросов двусторонней встречи президента с главой Якутии, как всегда, обширен. Айсен Николаев докладывает о развитии социально-экономической сферы и демографической ситуации в республике и получает высокую оценку президента. Все демографические показатели лучше, чем в среднем по стране. Президент умеет делать приятные сюрпризы. По дороге в высшую школу музыки он меняет маршрут, чтобы осмотреть стадион, где на тот момент еще только должны были состояться игры «Дети Азии». Здравствуйте. 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 Для якутян это настоящая неожиданность. Увидеть первое лицо государства воочию смогли десятки людей. А некоторым даже повезло пожать руку и пообщаться по-простому. Овациями встречает Владимира Путина в стенах самой высшей школы музыки, за успехами которой много лет следит сам президент и которой так сильно помогает республика. Здесь главе государства представили проект строительства нового кампуса и пригласили на торжественное открытие. Этот день юным музыкантам запомнится на всю жизнь. На эмоции прям зашкаливает, вы не представляете, словами не могу передать. Это тот самый зал, в котором глава государства завершил свой насыщенный рабочий день в Якутии. Вот в этой книге он еще раз оставил свой автограф уже в должности президента. А вот здесь, в старом альбоме, ровно 25 лет назад, еще будучи секретарем Совета Безопасности России, он написал «На добрую память с благодарностью за наших детей». Подпись «Владимир Путин». Визит Владимира Путина стал главным политическим событием для республики. Глава государства своим приездом в очередной раз подтвердил, что он человек слова и его чувства к Якутии особые. Президент слышит и поддерживает республику Саха и всех ее жителей. Которые переехали в дальневосточный регион или здесь уже? Айсен Сергеевич, вернемся к теме СВО. Посмотрели видеообращение наших земляков, бойцов Батур. Что можете сказать? Конечно, Олег, вы несколько поторопились так, с вопросами, но здесь, как говорится, как раз тема специальной военной операции, тема защиты нашей Родины, конечно же, она очень перекликается с приездом президента, потому что значительную часть его визита мы как раз обсуждали эти вопросы. И хочу сказать, что вот наши бойцы, все, в том числе вот и батуровцы во главе с своим командиром, злым, так, злой у него позывной. И все те, кто воюет сегодня за нашу Родину, все те, кто отдал свою жизнь за
свободу, независимость нашей страны. Это наши герои, герои нашего времени. Те люди, которые, когда пришла тяжелая минута для страны, встали на ее защиту и отважно сражаются за нее. Причем наше дело, оно всеобъемлющее. Мы воюем с фашизмом, мы воюем с враждебной нами идеологией, государствами. И, конечно, мы должны обязательно победить. И мы победим. Вот. Но для этого надо сплачиваться. Сплачиваться всем и на фронте, и здесь, в Тулу. И тот подвиг, который совершают наши волонтеры, это очевидно. Вот. Потому что такой вот порыв, подъем человеческих лучших качеств, когда люди дни и ночи работают для того, чтобы помочь фронту, он тоже дорогого стоит. За эти годы мы уже поставили несколько сотен единиц квадроциклов зоны военной, специальной военной операции, сотни автомобилей, различные техники, оборудование, которое нужно нашим бойцам. И Якутия сегодня является, на самом деле, примером для многих регионов. Нас ставят зачастую в пример как раз организации нашей работы. У нас, у нашего региона есть опорные пункты и в Луганской, и в Донецкой народных республиках. У нас есть уже налаженная система, сеть доставки грузов вплоть до, практически до передовой. У нас сейчас отлажена работа с командованием нашего Восточного военного округа, и мы очень сейчас тесно взаимодействуем по ряду самых разных вопросов, которые помогают приблизить нашу победу. Я здесь все не могу рассказывать, но поверьте мне, вот в этой части Якутия делает очень много для того, чтобы нашим бойцам было легче воевать и побеждать. Конечно же, есть у нас и вот уникальные такие хорошие разработки, которые уже пользуются, знаете, ну, в хорошем смысле славой вот по всему фронту, вот в том числе вот эти квадроциклы «Сокол». Конечно, мы поможем и «Ботуру», и другим нашим формированиям, потому что сейчас, благодаря решению президента страны, который он принял, в том числе вот как раз после визита к нам в Якутск, правительство страны выделило деньги по линии ТОР-патриотический. Вот. И недавно вот как раз мы у Юрия Петровича Трутнева собирались, обсуждали, что должно быть поставлено. И, конечно, вот то, что востребовано нашими бойцами, и квадроциклы «Сокол», и новые вот эти мотоциклы электрические, и другая техника, которая уже, ну, себя хорошо зарекомендовала, в том числе беспилотные летательные аппараты, это будет поставляться. Причем поставляться в значительных количествах. И, конечно же, наши воинские части, где служат якутяне, конечно же, их получат. Мы это обязательно будем контролировать и обеспечивать. Но в целом я хотел бы здесь сказать, что я также очень внимательно слежу за этим вопросом, практически ежедневно занимаюсь. Вот буквально сегодня тоже несколько бойцов мне писали о тех или иных проблемах. К сожалению, проблема есть и с лечением, и с отпусками, и с различными начислениями. Есть проблемы у семей, которые здесь возникают. И каждым вопросом надо заниматься. Потому что это наш долг, чтобы наши солдаты, наши воины, которые сражаются сейчас, героически сражаются на фронтах, они были спокойны, что семьями здесь у них все нормально. Вот. И хотел бы поблагодарить муниципалитеты наши. Все муниципальные образования сегодня вовлечены в эту работу. Многие главы по несколько раз уже были в зоне специальной военной операции, помогают тоже своим землякам, помогают работе наших опорных пунктов, отправляя своих сотрудников для работы в них. Это тоже очень важно и очень нужно. Особо хочу сказать, что у нас сегодня некоторые главы муниципальных районов, они находятся как раз вот уже в зоне специальной военной операции, заключив контракт. Это и глава Кобяйского улуса Иван Иванович Левин, и глава Момского района Дмитрий Амосов, глава Нижнеколымского района, ну, бывший, вот сейчас закончили свое полномочие, Синтяков Валерий. Министр наш молодежи сейчас, вот тоже Петр Витальевич Шамаев. Ну, несколько раз просился, я его не отпускал, но вот сейчас уже не мог, как говорится, воспрепятствовать его патриотическому порыву. Он реально вот тоже сейчас уже находится там в зоне боевых действий. И таких много.
и государственных служащих, муниципальных служащих, простых людей, которые вот сегодня по зову сердца идут контрактниками и воюют. И мы их обязательно будем поддерживать. И об этом мы как раз во время визита президента, еще раз повторюсь, много говорили. Он публично на всю страну об этом говорил, о том, что якутяне настоящие воины, воюют мужественно, показывают примеры героизма. Он их многих лично вот знает. И в разговорах, когда мы один на один разговаривали, он тоже очень много говорил о них, расспрашивал. И еще раз повторюсь, что во время этого визита были даны ряд поручений, которые вот сейчас уже воплощаются в жизнь. И, кстати говоря, так символически совпало, что вот именно сегодня, в день нашего прямого эфира, мы ночью, можно сказать, уже получили подписанный уже перечень поручений по итогам его визита сюда, в Якутск, 18 июня. Вот он сейчас вышел, оформлен. И одним из этих пунктов является как раз обсуждение. Мы должны сейчас с Минобороны проработать вопросы здесь создания центра компетенции в части беспилотных летательных аппаратов. Не только там их создание, например, да, а именно работа с ними. То есть мы должны будем готовить тех людей, которые умеют и будут как раз совершенствовать навыки работы беспилотниками, причем не только в воздухе, но и на земле. У нас такое подразделение уже было создано, оно как раз здесь было подготовлено, и сейчас ребята проходят подготовку. И эта работа, конечно, будет продолжаться. Я очень надеюсь, что такое подразделение на постоянной основе у нас здесь в Якутске появится. Конечно же, в этом перечне очень много таких хороших для республики пунктов. Я рад, что, знаете, оно в целом, раньше поручения президента, они все-таки тоже выходили по Якутии. В основном они все-таки касались реализации крупных промышленных проектов. И это было нужно, это было так, время такое было. Сейчас же мы уже настолько уже, реально в части промышленности уже разогнались, мы уже проекты реализуем, и решения президента по ним приняты и реализуются. Сейчас же поручение, оно о людях, о качестве жизни людей, о том, чтобы люди здесь закреплялись, люди здесь отсюда не уезжали, а наоборот приезжали сюда. Многие решения, которые были приняты здесь, они не только о Якутии, но и о Дальнем Востоке. Ведь именно здесь президент дал поручение, которое сейчас воплотило жизнь, когда вот это повышение налога на добавленные, на доходы физических лиц, оно не коснулось как раз северных и районных коэффициентов. И это решение было принято здесь, в Якутске. Решения о поддержке земских учителей, докторов, работников, культуров тоже вошли в этот перечень. Первым пунктом идет поручение о строительстве высшей школы музыки. Честно скажу, что президент очень любит наших детей, он помнит о них. Вот показывали запись, которую он сделал в 99-м году. Друзья, он реально помнит вот весь этот день. Он мне сам рассказывал, как они с Михаилом Ефимовичем ездили, потом как он приехал в высшую школу музыки, ему сказали, что надо хоть заехать, минут 15-20 побыть и поедем дальше. В итоге он пробыл там несколько часов. И, конечно, он вот с удовольствием вспоминает об этом концерте и о тех детях, которые перед ним выступали. И, конечно же, я был уверен, что президент поддержит наш проект, и он его поддержал. Еще раз говорю, первым пунктом идет этот пункт о том, чтобы правительство страны обеспечило строительство здесь, в Якутске, вот нового здания высшей школы музыки, кампуса к нему до конца 2026 года. Есть поручения, связанные с развитием вот наших креативных индустрий, наших конкретных предприятий, которые сегодня работают на импортозамещение в части различных видов программного обеспечения. Идет речь о поддержке продвижения кинематографа здесь, на Дальнем Востоке. Конечно, мы понимаем, что основная часть — это как раз наше якутское кино. Есть и ряд других очень таких важных, нужных пунктов в этом поручении. Но еще раз самое главное, оно вот видно, что именно здесь из каждого вот пункта это забота о людях. Забота о тех людях, которые здесь живут, об их поддержке, чтобы и дальше человеческий капитал в Якутии вот сохранялся и был гордостью и Дальнего Востока, и всей нашей великой страны. Александр Сергеевич, в апреле мы здесь на прямой линии обсуждали подвиг нашего земляка, участника специальной военной операции Радомира Максимова. И вот совсем недавно ему присвоено звание Героя России. Давайте посмотрим видео, которое он нам отправил. Уважаемый Александр Сергеевич,
и дорогие земляки, хочу вас поздравить с наступающим днем государственности. И отдельно хочу поблагодарить за столь хорошую поддержку с нашей республики. Каждый день вы нам помогаете, это уже сближает к победе. И бойцы, мы уверяем, что скоро победа настанет и враг будет уничтожен. Всем спасибо большое, огромное. Уран хайды, урой, сахалы айхал булуқты. Арсен Сергеевич, за время проведения специальной военной операции высокое звание Героя России президент присвоил уже 9 уроженцам республики. Так буквально на днях стало известно, что высшую государственную награду получил командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник, уроженец Алёкминского района Дмитрий Куценко. Под его командованием морпехи более 10 часов сдерживали атаки ВСУ. По исходу сражения противник отступил, понеся потери. Вот как считаете, Якутию можно назвать землей героев? Конечно, мы можем гордиться нашими бойцами. Я вот сейчас только про это сказал. И для меня они все герои. И те, кто, может, еще не стал героем, так, и те, кто получил высшую государственную награду нашей страны. И несколько у нас уже есть, кстати, полных кавалеров Ордена Славы. Есть обладатели нескольких, которые получили по 2, по 3 Ордена Мужества. Вот. Это гордость нашей страны, не только Якутии. И, конечно, они повторяют те подвиги, которые совершили наши деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны. Вот как раз о Радомире Максимове, о его подвиге я с президентом разговаривал, когда вот мы ездили в машине, рассказывал ему. И, конечно, он тоже очень был впечатлен его подвигом. Обещал поддержать, когда документы поступят. Ну и вот очень рад, что награда, высшая награда нашей страны нашла своего героя. Ведь Радомир, как и многие другие наши герои, он не профессиональный военный. Это человек, который ушел по мобилизации, некоторые ушли по контракту. Так? И вот Радомир как раз по контракту ушел и в боях показал на самом деле примеры истинного героизма. Вот, которым гордится сегодня вся наша страна. Но у нас есть и профессиональные военные. Вот тот же Дмитрий Куценко, о котором вот сейчас, Алена, вы говорили, он вырос в Алёкминске. Его родители — это коренные жители Алёкминска. Он вырос, детский сад там ходил, школу закончил. Ну, потом уже, когда пошел на военную службу, дальше заключил контракт, остался и вот служил на Черноморском флоте, морской пехоте. И вот сейчас уже стал подполковником, героем России, человеком, которым, опять же, мы все восхищаемся. И уверен, что таких героев много. И вот Радомир очень просто, очень правильно сказал. Мы уверены, что вот когда у нас такие ребята есть, враг обязательно будет уничтожен, и победа будет за нами. И это самое главное. А наш долг здесь, в тылу, поддержать их, помочь им и понимать, что победа сегодня специальной военной операции – это наша главная задача. Именно исходя из этого, я буквально перед приездом сюда несколько изменил систему управления, вот как раз помощи, системой помощи нашим вооруженным силам, в целом поддержки специальной военной операции. Если вы помните, раньше у нас был единый координационный центр на базе по спредству, он себя хорошо показал, но время идет, сейчас появляется много других вопросов, связанных не только непосредственно с оказанием помощи нашим вооруженным силам, но и с реабилитацией наших бойцов, с помощью их семьям, с координацией действий с органами власти федеральными, работой с Министерством обороны. И поэтому сегодня я создал специальную комиссию республиканскую «Вместе к победе». Я сам ее лично возглавляю. У меня заместителем будут руководитель администрации моей Георгий Николаевич Михайлов и Андрей Сынович Федотов, наш постоянный представитель в Москве. И вот все блоки нашей работы в рамках специальной военной операции, они все будут замкнуты на эту комиссию. И решение надо принимать оперативно. Порой, к сожалению, я вижу, что есть и случаи, и, знаете,
бюрократизма, скажем так, долгого согласования тех или иных документов, нерешения вопросов, которые волнуют людей, которые вернулись с фронта, вот, или неоказание помощи членам их семей. А есть случаи порой, когда вот та же помощь, которую мы оказываем, она, ну, те же финансовые средства недопустимо медленно, на мой взгляд, доходят до уже тех, кто изготавливает ту или иную продукцию. Поэтому это все надо работать быстро, работать оперативно, работать только с одной целью, чтобы помочь нашим вооруженным силам быстрее разбить врага и чтобы быстрее пришла к нам победа. Поэтому мы этим вопросом будем заниматься еще сильнее для того, чтобы вот помочь нашим бойцам. Арсений Сергеевич, предлагаю принять первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, Арсений Николаевич. Здорово. Намалогун кадрик мегелигиттене ребит. Быйыл саас бихега каханны күйпеде готырбетте улаханны гуга барбыппыт. Бұл келбетегер сүхілер бит, уға темір биттіре улахан хорамгы бөгі тағысты. Ол сағана маннекелі хылген кәпесасы көрілді дебіткет. Аттан ұлғылыбыта өліктер ұматылыбыттыра. Ол сүртікасы қахан сүхірі болы алыс ген күйтебет мақтал. Мақтал болы. Вопрос жительницы Намского улуса, он очень насущный. Он касается компенсации за компенсации ущерба, который был причинен сельскому хозяйству после наводнения, которое у нас было в мае месяце, когда особо сильно пострадал как раз Намский улус и, ну, Алекминский улус. Вот два улуса у нас сильно пострадало. Пострадали также Нюрбинский, Анабарский улус. Ну, там относительно, конечно, было легче. Ну и вот большая гибель сельхозживотных, свыше 500, вот по Намскому улусу у нас была зафиксирована. И по Алекминскому свыше 300 голов лошадей и свыше 200 с лишним коров. Я вот недавно проводил совещание, неделю назад как раз, в Намском районе. К сожалению, здесь правительство и Минсельхоз, ну, достаточно, опять же, вот, исходя из своих процедур каких-то, затянули. На прошлой неделе после этого совещания, после того, как я дал задание в кратчайшие сроки решить вопрос, сейчас перечислено свыше 56 миллионов рублей, которые пойдут на компенсацию уже ущерба, ну, вот, коровникам, сельхоз, ну, каким-то сооружениям, на причастности маслоцеха. Вот, там реестр весь есть, вот сумма 56 миллионов была определена, и средства уже выделены, они уже ушли. На компенсацию сельхозживотных нужно 40 миллионов рублей. Опять же, поручение мое было дано, как мне докладывали, средства все уже, ну, уже выделены. Но сейчас должно пройти, опять же, ряд решений. Крайний срок, который у них стоит, до 1 октября. Вот, все-таки уже решения должны выйти. Я думаю, что в течение 2 недель люди деньги должны получить. Вот, там других подходов нет. Обязательно это будет компенсировано. На прямую линию поступают вопросы на WhatsApp и Telegram-бот. Зачитаю одно сообщение. Летом газовики без разбора и предупреждения отключали в Якутске газ в квартирах. Мы исправно платим за газ, а нас просто отключают из-за какой-то одной квартиры. Это же беззаконие полное. Кто компенсирует нам отсутствие газа? Арсений Сергеевич, ну действительно, газовый вопрос в этом году остро стоял не только для жителей многоквартирных домов, но и владельцев автомобилей на газомоторном топливе. Сама не раз была свидетелем больших многокилометровых пробок. Вот что все-таки произошло и как сейчас обстоят дела? Вы знаете, здесь, ну, сначала по многоквартирным домам. Здесь надо понимать, что безопасность обслуживания вот газовых сетей, газового оборудования, безопасность проживания жителей в многоквартирных домах, где как раз газовое отопление, да, это абсолютный приоритет. К сожалению, мы видим зачастую, ну, очень, к сожалению, часто, как в других регионах, целые дома взрываются из-за того, что вот как раз в многоквартирных домах были допущены грубейшие нарушения эксплуатации газового оборудования. В результате этого, знаете, газ не прощает это. Вот утечка, взрыв, и не то, что там квартиры, целые дома рушатся целыми подъездами.
Вот. Мы этого ни в коем образом не должны допустить. Поэтому жесткие требования газовиков, они вполне оправданы. Этой весной они свыше 600 домов отключили. Именно из-за того, что управляющие компании, товарищество собственников жилья не предоставили документы о технической исправности газового оборудования в этих домах. И в квартирах, и в общедомовом хозяйстве. После того, как эта работа началась, в кратчайшие сроки, там свыше 40% они документы предоставили, и газ сразу же был практически включен, там практически никаких серьезных вот вопросов не возникало. По 60% домов, там свыше 300, управляющие компании ТСЖ ничего не предоставили. И вот началось это мытарство, которое длилось, к сожалению, очень долго. Я сам неоднократно на эту тему с газовиками разговаривал, они делали все возможное, чтобы все-таки максимально быстро подключить. Но вот, к сожалению, вот как раз я здесь согласен с жителем, который пишет, из-за того, что подъезд есть, в этом подъезде все жители нормально платят, нормально газовиков квартиры пускают, проверку проводится, а в одной, в двух, в трех квартирах жителей нет. Так, не могут достучаться, их не находят или ищут очень долгое время. И вот из-за нескольких людей вот целые подъезды страдали. Сегодня все дома подключены. Вот. При этом, как мне докладывал генеральный директор Сахатраснефтегаза Колодезника, всем домов в моих квартирах отказались от газа, ну, они перешли на электричество. Вот. Такое тоже возможно. Так, вполне такой возможный вариант. Но при этом я хочу обратить внимание, что в этой ситуации все-таки люди пострадали. Многие люди, вот еще раз говорю, которые абсолютно честно, нормально платят за свои за газ, не могли его получить. И когда вот разбираешься в этой ситуации, видно, что здесь как раз вот неорганизованность, несогласованность действий. Газовики отключили, так? Ну, формально они, ну, и не только формально, они правы, так? Потому что, но ведь до этого же тоже можно было провести работу. Вот. Но при этом что получилось? Мэрия знала, что отключат газ, но соответствующая работа с управляющими компаниями и ТСЖ не было проведено. Управление Госжилстройнадзора, которое имеет как раз полномочия влиять на те же управляющие компании, вплоть до отзыва лицензии, тоже формально относилось к этому вопросу. Вот. Мне прокурор республики звонил, просил помочь с тем, чтобы вот руководители Госжилстройнадзора работали в выходные для того, чтобы, ну, обеспечить как раз быстрейший запуск газа. Вот. Это же абсолютно ненормально. А я уж не говорю про управляющие компании и ТСЖ, которые во многом самоустранились, опять же. Самый простой ответ, вот, жителей нет, мы ничего не знаем. Так? А мэр Евгений Николаевич мне рассказывал, что вот приехал какой-то дом лично, тут же прошлись по квартирам, и там не было, по-моему, 10, говорили, что в 10 квартирах людей нет, а в это же время там в 3 квартирах люди нашлись. Так? Вот это говорит о чем? О том, что все-таки все как-то работают крайне несогласованно. Вот, и здесь, конечно же, на самом деле, я вот и Евгений Николаевич говорил, дело за городской администрацией. Вот я был главой города, ну, знаете, при мне тоже газовики отключали дома из-за того, что вот как раз проверку не проходили. Ну, там же к сроки приходят, они должны отключать, если нет. Это. Так мы этих товарищей управляющих компаний это где только не находили, так, в том числе на берегах там океанов, морей отдыхающих. И ничего, все сразу там быстро документы приносили, делали, и газ подключался. Люди не страдали. Вот. Поэтому здесь, конечно, надо все-таки, на мой взгляд, более жестче было мере действовать, не прятаться за то, что полномочия ЧТИ, полномочия эти, так. Но и уверен, что ошибки вот этой ситуации все поймут и больше такого не будет. Так. Но я свое крайнее недовольство высказал. И как раз после этого, наверное, все-таки процесс более быстро пошел по осени. Но при этом, еще раз говорю, то, что люди, многие по несколько месяцев газ не имели, это неправильно, так не должно быть. Что касается вот отсутствия газа на, ну, газового топлива на заправках, это, конечно, тоже как раз пример того, что плановости в работе нет. Мы все понимаем, что сейчас люди, в том числе благодаря нашей поддержке государственной, переходят на газовое топливо. Мы сами за это агитируем.
Я сам вот с многими встречаюсь и призываю все-таки переходить на газовое топливо крупные предприятия. Это и с точки зрения экологии, это с точки зрения экономии средств, конечно, гораздо выгоднее. Намного выгоднее. Вот. Но при этом наши структуры, которые занимаются реализацией газового топлива, так, живут как будто бы вот в старой парадигме, что вот у нас там есть несколько сотен машин, которые на газовом топливе, их больше не становится. При этом мы всегда знаем, что летом у нас выработка вот как раз сугов топлива, так, газового, становится меньше, потому что здесь потребление газа меньше, газ поставляется меньше, ну и, соответственно, объем топлива, который выходит, газовый, тоже меньше. Вот. Но никто этим, опять же, серьезно не озаботился. И, конечно, здесь серьезные замечания и правительству, и Министерству промышленности, и ЕТЭКу, и Сахатраснефтегазу сделал. Очень надеюсь, что в следующем году вот такого точно бардака у нас не будет. Потому что мы и дальше будем как раз людей стимулировать переходить на газовое топливо. Для Якутии, как региона, где у нас много газа, где газ вот находится буквально вот здесь, уже в Якутске, да, во многих районных центрах и так далее, газомоторное топливо – это как раз выход из ситуации с постоянно растущими ценами на бензин, на дизельное топливо. Вот мы можем нормально, очень серьезно сэкономить, помочь нашей экологии, вот, в том числе, да, чтобы более чистым воздух стал. И при этом мы не думаем о том, чтобы вот в летний период здесь обеспечить достаточный запас топлива. Поэтому поручение есть. И опять же, Сахатранснефтегаз уже мне, по крайней мере, отчитался, что будут увеличены и хранилища у них. И если есть такая необходимость, пока будут завозить уже извне, для того, чтобы все-таки в летний период у нас и легковые автомобили на газовом топливе, и автобусы были все полностью обеспечены им без всяких там многокилометровых, как Алена вы сказали, там, конечно, не километров, но очень длинных очередей. Алексей Сергеевич, ежегодно на прямой линии очень много вопросов поступает по энергоснабжению, и сегодня я вижу тоже на эту тему очень много вопросов. Мы подготовили сюжет, предлагаю посмотреть. Реформа в электроэнергетике на Дальнем Востоке привела к сокращению ремонтных программ энергетиков. Растет износ сетевого хозяйства Якутии. Проблема с отключением света наблюдается во многих населенных пунктах республики, что в условиях сельской местности существенно осложняет жизнь. На снижение количества аварий и повышение надежности энергоснабжения направлен ряд инициатив республики. Одна из них – установка гибридных электростанций в отдаленных поселениях, которые появляются вместо старых дизельных установок благодаря сотрудничеству властей и компании «Русгидро». В Якутии строятся и крупные объекты генерации, в их числе Новоленская ТЭС в Ленском районе, которая после запуска станет одной из крупнейших в России. На текущий момент на площадке строительства задействовано порядка 317 человек персонала. Из них, значит, существенный процент – это местный персонал. Вот. И также порядка там больше 110 единиц техники. Газовая электростанция в Чульмане на юге республики и два новых энергоблока Нерюнгринской ГРЭС, которые увеличат ее мощность вдвое до 1 гигаватта. Кроме того, в Усть-Куйге планируется строительство атомной станции малой мощности. Создание инвестиционной программы по строительству электростанций в регионах ДФО обсуждают на совместном заседании Минэнерго, Минвостокразвития России и Комиссии Государственного совета по направлению энергетика. Глава Якутии Айсен Николаев выступает за кардинальный пересмотр реформы по электроэнергетике на Дальнем Востоке, разработку программ модернизации электросетей и строительство новых электростанций. Это позволит сдержать рост энерготарифов и повысить надежность энергоснабжения в регионе. Тема развития энергетики в центре внимания и на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальнего Востока, которое прошло 4 сентября. Президент поддерживает предложение по созданию программы строительства новой генерации на Дальнем Востоке. Уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Подчеркну,
План развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан. Принятые во время Восточного экономического форума решения демонстрируют, развитие энергетики Дальнего Востока находится в приоритете государственной политики. А это значит, что проблем со светом и теплом в городах и поселках Якутии в ближайшие годы станет меньше. Александр Сергеевич, ну и задам вопрос, который волнует многих. Что можно сделать для снижения отключения электричества? Конечно же, вопросы энергетики, они для нас крайне важны. Для Республики Саха-Якутия, для более его быстрого развития, я об этом уже открыто несколько раз выступал, в том числе и на уровне президента, сегодня самый сдерживающий фактор – это вот как раз слабое развитие систем энергетики и транспортной системы. Они достались нам в наследство от Советского Союза и были рассчитаны вот в свое время на потребности экономики 70-х-80-х годов. Они после развала Советского Союза они были даже избыточны. Если вспомнить, вот до недавнего времени в Якутии был избыток электроэнергии. И многие живут еще до сих пор вот в этих иллюзиях, что у нас электричества очень много. Да? На самом деле электричества нам уже сегодня не хватает. Мы сегодня уже энергодефицитный регион. И именно поэтому вот мы очень так целенаправленно работали. И сейчас вот вышли решения президента, и вот как раз в сюжете было про это рассказано. И Новоленская ТЭЦ будет крупнейшая в Ленском районе строиться на 550 мегаватт. И два блока на Нюрнгринской ГРЭС. В Чульмане будет, Газпром будет строить газовую электростанцию на 330 мегаватт. Якутская ГРЭС, вторая очередь, Якутская ГРЭС-2 должна строиться. Будут строиться атомная станция малой мощности на 110 мегаватт, два реактора в Усть-Янском районе. Будут строиться, так, конечно, несколько десятков еще новых гибридных энергокомплексов, когда идет работа совместно и солнечной энергетики, и дизельной энергетики. Это дает колоссальную экономию по расходу дизельного топлива. Конечно, это очень важно и для снижения тарифов, и для, конечно же, для экологии. Вместе с тем, вот эта вся реформа энергетики, которая, ну, носит имя Чубайсовская реформа, да, в 90-х, в нулевых годах была проведена, она очень сильно ударила в конечном итоге вот по таким энергосистемам, как Якутская. У нас сегодня получается так, что большинство крупных предприятий, они все уходят на линии высокого напряжения, на линии ФСК, а Якутскэнерго, как дочка Росгидро, оно остается в основном с сетями низкого и среднего напряжения и с потребителями, опять же, бюджетными, малым бизнесом, средним бизнесом, с населением. А ведь, учитывая наши размеры, размеры нашей республики, конечно же, электросетевое хозяйство у нас огромное. У нас десятки тысяч сетей электрических. Гораздо больше, чем в других субъектах Дальнего Востока. И при этом тарифа не хватает. Мы даже если бы увеличили тарифы на 20% каждый год, результата бы по снижение убытков Якутскэнерго не было, именно в части электросетей. Вот мы и так сейчас увеличиваем каждый год на почти на 10%, ведь тарифы у нас растут на электроэнергию. Я, конечно, категорически против, чтобы они росли более высокими темпами. Вопрос, что делать? Мы сегодня видим, что убытки Якутскэнерго растут. В результате они снижают ремонтную программу, инвестиционную программу. И как следствие, вот за многие, ну, если вот посмотреть за последние годы, количество аварий у них как раз выросло на сетях почти в несколько раз, в три раза, если быть точным. Мелкие некоторые аварии люди даже не замечают. Есть некоторые, к сожалению, крупные. Так. И было инициировано совещание в свое время у Юрия Петровича Трутнева, были даны поручения, и сейчас создана комплексная программа Росгидро по как раз повышению надежности электросетевого хозяйства Якутии. Большая программа, она стоит порядка 40 миллиардов рублей. К сожалению, опять же, тарифных источников у них там примерно на треть. Вопрос сейчас, где взять оставшуюся часть. И вот как раз на Восточном экономическом форуме мы в ходе вот нашего совместного заседания Минэнерго,
Минвосток и комиссия, которую я сейчас возглавляю по решению президента Госсовета по энергетике, мы этот вопрос в том числе обсудили. И эта проблема сейчас касается не только Якутии, но и других регионов и Дальнего Востока, и Сибири. Вот, опять же, сегодня мне звонили из Государственной Думы, просили там ряд решений тоже посмотреть на нашей комиссии, которые будут способствовать повышению надежности электросетевого хозяйства. Это в целом проблема страны. Для нас она гораздо более острее, потому что для нас наличие или отсутствие электроэнергии, особенности в зимний период, это реально вопрос жизни и смерти. Я об этом, кстати говоря, вот на совещании у президента 4 сентября вот, и сказал, что реально для нас это не просто там вопросы здоровья, вопросы каких-то там качества жизни, это реально жить или не жить. И президент тогда тут тоже очень дал жесткое, четкое поручение, чтобы как раз до конца этого года все-таки программы повышения надежности электроснабжения, строительства новых мощностей, в целом развитие электроэнергетики Дальнего Востока была разработана и принята. Очень надеюсь, что так и будет. Тем более, вот я сейчас как председатель Госкомиссии, Госсовета, сейчас уже погружен в эту тему. Вот, послезавтра у нас стартует в Москве Российская энергетическая неделя, где будет очередное заседание нашей комиссии Госсовета как раз по вопросам повышения надежности и улучшения работы электросетевого комплекса всей страны. Ну и, конечно, особое внимание мы обратим на Сибирь и Дальний Восток. Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что здесь проблемы далеко не маленькие. Они копились не год, не два, копились они десятилетия. И, конечно, решать их будет непросто, но мы обязаны их решить. Потому что, еще раз говорю, для нас это важнейший вопрос. Повышение качества электроснабжения, повышение надежности в целом электросетевого хозяйства всей нашей республики. Алексей Сергеевич, мы уже работаем почти час в эфире. Поступают звонки, пора подвести первые итоги. Передаю слово Марфирине Алексеевой. Сколько вопросов поступило и что интересует больше всего якутян? У нас действительно работа кипит, со всех районов, даже самых удаленных, непрерывно поступают звонки. Если подвести итоги за первый час, поступило около 1100 вопросов. Чаще всего звонят с вопросами о благоустройстве, по строительству, ЖКХ, а также переселению из аварийных домов. Хочу отметить, что на все поступающие вопросы жителей обязательно будут отправлены вопросы. А давайте сейчас возьмем еще один звонок. Алло, говорите. Вы в прямом эфире. Алексей Сергеевич, добрый вечер. Меня зовут Антон Анатольевич. Звоню вам из города Якутска. Хотел задать вопрос о наболевшем. Не только для меня, но и для жителей всего города Якутска, мне кажется. Что происходит с ремонтом улиц? Проспект Ленина. Так долго асфальтировали, все перекопали, всех замучили, а в итоге улицы все равно проваливаются. Вот, в самом центре как будто только недавно заделали дыру. Ну и нет же гарантии, что опять не провалится, не появится где-то опять новая дыра. На Чернышевского тоже, который год то скапывает, то закапывает. Кто-нибудь, надеюсь, может навести порядок. Вот такой у меня вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Антон Анатольевич. Конечно, этот вопрос волнует жителей всего города. И вопрос, наверное, не только в проспекте Ленина. Да, я все-таки считаю, что благодаря той масштабной реконструкции, которую мы провели, все-таки проспект стал гораздо лучше, гораздо интереснее, красивее. Вот. Главное, чтобы это все сохранялось в таком виде. Так? Ну и, конечно, к сожалению, вот скрываются различные недочеты, которые были в ходе его реконструкции. Здесь, конечно, надо разбираться, чья-то недоделка. Некоторые говорят, что это водоканал, некоторые говорят, что это все-таки строительный брак. Но при всем при этом, конечно же, это неправильно, да, когда только сделали, и буквально через год это начинает проваливаться. Вот. Ну и та же Чернышевского, да, тоже притча во языцах. Я уже с руководством водоканала говорил, когда-то надо это заканчивать, то копаем, то не копаем, то работаем, то не работаем. Так процесс идет. Есть и объективные там факторы. Мне Анатолий Андреевич Кадыгасов достаточно обстоятельный доклад сделал. С многими его доводами можно согласиться. Но самое главное, что еще раз говорю, что жителям-то от этого не легче, так что скрылись какие-то
ну, новые работы, что-то было не учтено в ходе подготовки и проектирования. Вот сейчас, конечно, надо все это делать, причем делать качественно. Да? Если вскрыли дорогу, надо ее делать потом так, чтобы люди увидели, что улица стала лучше, так, а не хуже после. У нас же это, ну, любимая забава раньше была, там, особенно газовиков. Но сейчас, слава богу, газовики уже так не делают. Но вот когда новый асфальт положили, через неделю его вскрыли, это же притча во языцах. И здесь, конечно же, опять же, ну, не хочу критиковать сильно городские власти, так, но все-таки, на мой взгляд, здесь надо более им выступать в роли, знаете, такого координатора. Не человек, который там в стороне стоит, да, и говорит, что это вот там разрыл водоканал, тут газовики, а там провалилось, потому что дорожники плохо что-то сделали. Они отвечают за город. Деньги идут эти через городской бюджет. Мы в город направляем эти все средства, которые получаем, в том числе из федерального бюджета. Вот, и получаем их не просто, ну, достаточно сложно сейчас, особенно в нынешнее время, получить большие деньги на реконструкцию уличной дорожной сети города Якутска, например, да. Вот я недавно ругался, и многие это знают, вот микрорайон Звездный, тоже красивый, хороший микрорайон появляется, дома строятся очень качественные, так, для переселенцев из аварийного жилья. Строится школа, строится будет поликлиника, строится каток универсальный, так, ну, детский сад. В общем, впервые мы строим микрорайон в городе прямо вот так, как он должен строиться. То есть не так, как построили жилье, а потом думаем, да, где что, откуда взять, а вот именно с полным обеспечением социальной инфраструктуры. Общественное пространство красиво и запланировано. Все нормально, но уличной дорожной сети же нет. Мне люди столько писали, я специально выезжал, с людьми встречался, совещания проводил. Мы нашли возможность, я сам просил министра строительства нашей страны, так и Ирака Файзуна, чтобы нас поддержали. И по программе «Стимул» нам выделили достаточно большие средства для того, чтобы как раз сделать уличную дорожную сеть частично, ну, по микрорайону Звездный. Большие деньги, так. И что вот я сейчас встречаю, едем туда, там мне заместители главы города радостно заявляют: а вот мы не успеваем, а у нас вот там такая проблема, эта проблема, вот с, опять же, с ресурсниками, опять же, там, с проектантами и так далее. Поэтому мы предлагаем деньги в федеральный бюджет вернуть и еще штраф заплатить. Вот давайте мы там вот 80 миллионов, по-моему, там вернем, и еще сверху еще 30 миллионов штрафа заплатим. Вот. А люди что? Мы на что потом эту уличную дорожную сеть сделаем? Вот. Все стоят и молчат. Так? Я понимаю, если бы у города денег было, как у дурака Махорки, ну, ну заплатил штраф, да и строй сам тогда. Так? Вот. Но понятно же, что они из бюджета республики будут деньги просить. Вот. А откуда у нас сейчас, в особенности в нынешнее крайне непростое время, лишние деньги? Так? Ну, поэтому я их там и на разных вариациях русского языка рассказал, что с ними будет, если они так сделают. Ну, очень надеюсь, что все-таки работы будут проведены, и реально мы микрорайон с хорошей уличной дорожной сетью вовремя получим. Так? Потому что, ну, о людях же надо тоже думать, о жителях города, а не так просто там отмахиваться. Типа, то не получается, это не получается, и мы ничего не будем делать. И здесь надо заниматься, ругаться, если надо, со всеми, собирать их всех. И поэтому, кстати говоря, я по Звездному сейчас принял решение, там создан отдельный уже такой проектный штаб, во главе него я поставил Веру Алексеевну Кузакову, которая долгие годы работала у нас и министром строительства, и руководителем госэкспертизы, сейчас работает первым заместителем генерального директора Республиканского ипотечного агентства. Ну и сам я лично тоже буду раз в квартал заслушивать ее штаб, как работы идут. Потому что здесь координация действий, конечно, нужна. Ведь микрорайон Звездный — это тот микрорайон, который у нас будет, в том числе и уже сейчас, используется активно для переселения людей из аварийного жилья города Якутска, в том числе 17-го квартала. А если мы людей будем переселять, пусть красивые современные дома, но улиц не будет, ну это же абсолютно неправильно.
Поэтому мы здесь обязательно порядок наведем и будем все делать, чтобы в том числе и уличная дорожная сеть у нас ремонтировалась качественно, ремонтировала сроки. Ну вот, к сожалению, есть ограничения для людей, так? Но люди это все стерпят и потом спасибо скажут, если будет правильно все красиво сделано. А если будет плохо сделано, то, конечно, ничего хорошего это не приведет. Александр Сергеевич, жители районов традиционно активно участвуют в прямом эфире, поступает много вопросов. Так поступило сообщение из Алекминска. Когда же у нас, наконец, сдадут аэропорт? Очень надеюсь, что в этом году работы будут завершены. У этого аэропорта такая достаточно непростая судьба вообще у этого проекта. Так, с 19 по 21 год работы должны были быть все проведены, закончены. К сожалению, торги проводило федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», выиграл, если не ошибаюсь, тогда подрядчик из Магадана, который вроде бы там где-то что-то делал в аэропортах, какой-то опыт имел, но оказалось, что опыт у него крайне такой отрицательный, ничего он не смог нормально сделать, пришлось буквально, я помню, там правительство республики уже подключаться и буквально ноги передвигать, помогать там с тем, чтобы хоть что-то работы шли. Ну, самое главное тогда было сделано, что взлетно-посадочная полоса, она была сделана. Так? Вот. После этого уже с новой заказчик от Министерства транспорта Российской Федерации, они расторгли договор с этим подрядчиком. Сейчас там судебные дела идут, уголовные дела идут. Но суть не в этом. Суть в том, что работы-то не были завершены. Там рулежные не были до конца сделаны, перрон не был сделан. Ряд работ по ограждению периметра. И сейчас новый подрядчик был, опять же, вот, через федерального заказчика выбран. Им стала та компания, которую аэропорт Якутска делал. Не скажу, что там тоже такой замечательный подрядчик, у нас с ним тоже здесь было много достаточно тяжелых разговоров, но хоть сделать-то сделали. Да? И сейчас я вот когда в Алекминске был, крайний раз в конце августа, работа, они же готовились начинать. Сейчас, как мне докладывают, работы там идут. Но еще раз говорю, вот по плану они должны были все-таки вот работы по обустройству. Там на самом деле не так много работы осталось. Все-таки до конца этого года закончится. Ну, посмотрим. В принципе, это важнейшая для нас программа по модернизации аэропортов. Кстати говоря, вот в новом национальном проекте у нас, если все получится, то еще 5 аэропортов у нас обязательно там должны будут быть. Вот Нюрба должна быть сделана, которую вот из первого этапа, опять же, из-за плохого подрядчика исключили и перенесли. Должна быть у нас сделана работа по аэропорту Маган. Вот, тоже такой долгожданный проект. И, кстати говоря, Зырянка. Потому что в Зырянке вообще должен строиться новый аэропорт. И мы очень пробиваем его, чтобы это реально было все отражено. Галина Кентина Данчикова, наш депутат, очень тоже плотно работает. Мы надеемся, что все-таки здесь решения все будут приняты. Но мы еще дополнительно просим, чтобы по Ленску и по Усть-Куйге тоже были приняты решения. Стратегические для нас точки роста и, конечно, и появление там такой современной взлетно-посадочной полосы бетонированной, оно тоже сегодня уже веление времени. Ну, еще раз говорю, работа идет, крайне непростое время сейчас у нас по бюджетным средствам, но все-таки надеюсь, что нам удастся до конца защитить наши проекты. Как раз таки про эти аэропорты только что были вопросы на экране. Александр Сергеевич, предлагаю принять еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы на связи. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич, звоню из Якутска. Я являюсь женой участника СВО, и муж в данное время уволен со службы в связи с тяжелым ранением и проходит обследование. Имеем двоих детей. Вопрос мой состоит в том, что позапрошлом году наш старший сын 2015 года рождения был зачислен по прописке в Сахакорейскую школу. Но так как у него имеются речевые проблемы, а именно сенсорная алалия, педагоги отказали, получается, в его дальнейшем обучении. И я обращаюсь к вам с просьбой помочь зачислить нашего сына в школу, где с ним могли бы заниматься такие специалисты, как нейропсихолог, логопед-дефектолог, чтобы социализировать его, и у него была бы возможность учиться в коллективе. Заранее благодарю за ваш ответ.
спасибо за вот информацию. Во-первых, конечно, хотел бы пожелать скорейшего выздоровления и вашему ребенку, и скорейшего выздоровления вашему мужу после тяжелого ранения. Передайте мои слова благодарности ему за его ратный труд. Ну, если необходимо сесть помощи по ранению, мы тоже здесь подключимся. Вот. Что касается этого случая, здесь надо разбираться. Да? Ну, я не очень понимаю, как ребенок вот, могли его... Ну, если отказали в обучении из-за того, что у человека, ну, у ребенка болезнь, то как целый год уже социальные службы и так далее, ну, та же школа, управление образованием никоим образом не прореагировали, что ребенок у нас и не получает соответствующего лечения, соответствующего образования. Тем более 8 лет ему, я так понимаю, уже исполнилось. У нас, вот, насколько я знаю, коррекционная школа, которая вот недавно была у нас построена, как раз и с 8 лет детей и берет. Я возьму этот вопрос на контроль и прошу, ну, знаю, что сейчас прямой эфир смотрят и Министерство образования, что помогло, если надо там комиссию провести медика, медицинскую, так и чтобы школы подключились, управление образованием. Ну, это не дело, когда у нас вот как раз это тот случай, про который я уже, ну, говорил. К сожалению, вот у нас порой вот так и проскальзывает, да, отказали в одном месте, в другом не приняли, а ребенок между небом и землей, причем ребенок больной из семьи человека, который вот сегодня сам тяжело ранен, защищая нашу Родину. Вот, таких случаев быть не должно. Я очень надеюсь, что до конца недели мне уже доложат о решении этого вопроса. Александр Сергеевич, вопросы транспортной доступности территории, в том числе развития авиации, обсуждались во время визита в Якутию президента страны на встрече с участниками кадровых программ на Дальнем Востоке. Эта же тема поднималась и на Восточном экономическом форуме. Особый акцент Владимир Владимирович сделал на необходимости развития воздушных перевозок, в том числе субсидируемых, и планах строительства отечественных самолетов для региональной и малой авиации. Какие решения приняты, какие планы у Якутии в этом направлении? Ну, конечно же, вопросы дороговизны билетов на наши северные районы, это была очень такая у нас тяжелая тема. Помните, вот, когда мы проводили эфиры еще 2-3 года назад, ну, реально было, поступало очень много вопросов именно по этой тематике. Тогда всего лишь 6% жителей Арктики нашей могло воспользоваться субсидированными билетами. Мы приняли с прошлого года решение, с 23-го года. И вот в 23-м году 650 миллионов выделено. Так, сейчас соответствующая цифра тоже, ну, аналогичная выделена была. И у нас сегодня уже сняты многие ограничения по этим субсидированным билетам. И я знаю, что свыше 50% жителей Арктики могут уже воспользоваться этим субсидированным билетом. Вот. При этом мы, конечно же, постоянно ставим вопрос, чтобы субсидирование этих билетов, вообще внутренних рейсов, в том числе здесь нам помогал федеральный бюджет. Нас здесь поддерживает и Министерство транспорта Российской Федерации, и Минвосток. Тем более сейчас вот единая дальневосточная компания вроде бы есть, работает. Так, и вот как раз в том числе через нее можно было бы эти субсидии направлять. Но, к сожалению, пока, ссылаясь, ну, на отсутствие возможности федерального бюджета, пока идут отказы. Вот. Кстати говоря, вот как раз многие говорили, а почему вот Якутия, например, авиакомпания вошла в состав единой дальневосточной компании «Аврора» 25%, а полярные авиалинии не вошли, хотя вначале это предполагалось. Мы как раз этим и обосновали, что пока нет федеральных субсидий, вот, говорить о том, чтобы часть пакета акций, который принадлежит Республике полярных авиалиний, была передана в управление или в собственность компании «Аврора», единой дальневосточной, мы пока не можем. Да? Вот будут федеральные субсидии, тогда, конечно, этот вопрос может быть рассмотрен. Вот. Но пока летаем на своих самолетах, вопросы решаем. Еще раз говорю, мы сейчас очень большой такой реальный шаг в этой части сделали. Северяне мне пишут, многие благодарят. Но, конечно же, многие хотели бы, чтобы и субсидий было побольше, субсидированных билетов. В этой части, еще раз говорю, ну, работаем, но ограниченность определенная, конечно, в этом вопросе есть. И она в том числе связана не только с тем, что вот денег нет, да, а в том числе из-за того, что самолетов мало. Вот те же Ан-24 у нас сейчас уже крайне изношены, Ан-2, Ан-3. И президент как раз на совещании 4 сентября в том числе достаточно
серьезные поручения дал. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас и вот самолет «Байкал» появится, который на смену Ан-2 идет, так, обещая 26-й год все-таки, что партии первые уже поступят. Ну и, конечно, для нас очень важен тоже самолет, который заменит Ан-24. Ну, сейчас пока как бы базовый вариант правительства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, это Ил-114. Вот мы с министром Антоном Алихановым разговаривали как раз в ходе этого совещания. Он считает, что в 2026 году уже эти самолеты могут быть тоже начать производиться. Ну и, конечно, Якутия один из первых регионов, который стоит в очереди за этим самолетом. Потому что для нас, конечно, Ан-24 это крайне такой нужный самолет. Если в других субъектах появление самолета класса Ан-2, оно снимет вообще все вопросы по внутрирегиональным перевозкам, то для нас, для Якутии с нашими расстояниями, конечно, обязательно нужен самолет, который заменит Ан-24. Ну и магистральная авиация, это самолеты вот класса Boeing 737. Мы очень ждем МС-21 российский. Ждем, что все-таки будет принята такая четкая, ясная программа по субсидированию производства Ту-214. У нас у Якутии есть предварительное соглашение по поставкам Ту-214 Якутию, так, ну, при наличии, опять же, четкой, ясной, серьезной такой федеральной программы субсидирования вот этих, производства этих самолетов. Поэтому этот вопрос для нас крайне важный, и мы обязательно, конечно, им будем заниматься и дальше. Василий Сергеевич, автомобильные дороги тоже больной вопрос, надо сказать. У нас в республике менее половины дорог не соответствуют стандарту. И надо сказать, что большинство дорог в республике у нас грунтовки. Да? Сегодня у нас очень много вопросов поступает по дорогам, особенно по трассе Колыма. Например, Николай Семенович из Аймеконского улуса пишет, летом подмыло и остановило движение на трассе Колыма. Когда, наконец, появятся нормальные дороги? В этом году, как никогда, плохое качество дороги на Колыме. Александр Сергеевич, мы знаем, что на Восточном экономическом форуме вы обратили внимание президента на этот вопрос про состояние федеральных дорог Колыма и Вилюй. Что ответил президент? Знаете, к сожалению, у нас последние годы произошло достаточно серьезное снижение финансирования, содержания федеральных автомобильных дорог. Серьезное снижение. И если это в целом по стране, не только здесь, в Якутии, а в целом по стране. Но если в других регионах нашей страны, вот как раз федеральные дороги, это все асфальт, и снижение содержание, оно пока еще не сказывается, но потом обязательно скажется, так, на их качестве и сегодняшнем, так, то для таких дорог, как Колыма, Вилюй, где значительная часть у нас не асфальтирована, не бетонирована, конечно же, это сразу очень серьезно сказывается. И Якутия же развивается, грузопоток у нас растет, машин больше и больше ездит. Так, те же большегрузы по дороге Вилюй, по дороге Колыма, ну, ездят просто вереницами. Так? И, конечно же, любой такой сильный дождь, он начинает реально приводить к транспортному коллапсу. Вот я помню весной, когда у нас здесь прямая линия была, здесь же тоже были много вопросов по дороге Мухтуя и по дороге Вилюй, как раз в Ленском-Мирнинском районах. Вот тогда я был вынужден провести ряд совещаний с участием недропользователей, с участием дорожников и федеральных, и наших республиканских. Были приняты ряд мер. Вот. Но сейчас не скажу, что все стало замечательно, так, но, по крайней мере, жалоб уже намного в разы меньше, чем это было еще по весне. Вот. Сейчас очень много жалоб вот у нас по Колыме. И реально, ну, можно ссылаться на то, что вот, еще раз говорю, ездит много большегрузов, которые продавливают дорогу, так, но где им еще ездить-то, как не по федеральной трассе? И еще раз говорю, Якутия же развивается, идут груза для обеспечения северного завоза, для предприятий, которые появляются, для развития реализации инфраструктурных проектов, не только в Якутии, но и в Магадане. Вот. И, конечно, дорога загружена. Так, а так как на содержание денег мало и, может быть, какие-то упущения чисто вот с точки зрения организации работ именно на тех участках, где наибольшая такая опасность вот такого размыва, к сожалению, вот мы сегодня имеем серьезные проблемы. Я об этом и руководству Минтранса
говорил и с руководством Федерального дорожного агентства, мы находимся на постоянной связи с Новиковым. И Роман Витальевич меня тоже понимает, поддерживает в том, что реально, к сожалению, вот сегодня такая не очень хорошая картина. Сейчас весовой контроль вот введен на Колыме, так можно было это сделать гораздо раньше, например, так понимая вот тот объем грузов, который сегодня по ней переводится. Так, другие работы будут проводиться. Я очень надеюсь, что вот эта проблема, она ну, реально будет все-таки взята во внимание руководством дорожной отрасли страны и реально будет решаться. А президенту я вот озвучил то, что я сейчас сказал. Я сказал, что у нас впервые за многие годы, за десятилетия, можно сказать, мы вынуждены летом останавливать движение по федеральной трассе из-за того, что по ней невозможно проехать. Раньше вот у нас такое по дороге Лена было, так, где-то там лет 15 назад. Вот сейчас на Колыме останавливаю. Вот, и как раз это из-за снижения содержания. Президент, конечно, очень так прореагировал. Правильно для нас, так не, ну, достаточно жестко в отношении других служб. Очень надеюсь, что все-таки решения будут приняты, и содержание дорог будет, несмотря на все сложности, все-таки каким-то образом увеличено, чтобы круглогодичная автомобильная дорога у нас работала, федеральная. Что касается региональных дорог, то мы тоже вот у нас из-за дождей по дороге Аймекона серьезные размытия были, там работы будут, ну, проводятся и будут проводиться. По Яне были проблемы, так, там тоже работы проведены и будут проводиться. По Амге всегда было много жалоб, но в этом году вот асфальтирование началось. Я надеюсь, до 2028 года мы основную часть все-таки дороги Амги от Майи до... Ну, чуть дальше Амги, до Чевчелгана, мы дорогу все-таки сделаем. И уже в таком асфальтобетонном исполнении это, ну, конечно, другое качество будет для жителей не только Амгинского района, но и для всей республики. Александр Сергеевич, на Восточно-экономическом форуме президент страны Владимир Путин отметил, что, я прям процитирую, мы должны обязательно реализовать важный и долгожданный для людей проект строительства моста через реку Лену в районе Якутска. Вот какова ситуация в данный момент, как идет работа? Вы знаете, работы идут. Несмотря на все сложности, мы вот республиканскую часть бюджетирования этого года решили. Наш частный партнер свою часть тоже решил. Так, 500 миллионов из нашего бюджета выделено, 5 миллиардов выделено частным партнерам. Поэтому работы ведутся. Этот год у нас подготовительный. Наша главная задача провести вот осенний, зимний период работы, который позволит в следующем году начать работу по закладке фундаментов под пилоны. У нас три серьезно таких пилона, три опоры на русле реки Лена. Огромные сооружения. Вот я здесь несколько цифр озвучу. Да? Вот, например, центральная опора, да, она будет состоять, там будет более 208 свай. Вот, 208 свай, которые будут на глубину 28 метров. Вот. Некоторые, по-моему, еще глубже. Вот. Причем диаметр этой сваи, это не свая в нашем понимании, это диаметр 1.5 метра. Этих свай, специальная бетона сделана, то есть это каждая сама по себе вот этот опора для этих, ну, фундамент для этих опор, это само по себе очень серьезное инженерное сооружение. Вот. И подготовительные работы должны быть проведены очень серьезно. Сейчас вот бетонные заводы уже с обоих сторон готовятся, отсыпаются технологические дороги. У нас всего там порядка 10 километров одних технологических дорог должно быть готово для проведения работ. Будет также временный мост через Табагинскую протоку сделан. Ну, еще раз говорю, целый серьезный пласт работ по Ленскому мосту уже реализуется. Поручения президента все уже есть. Финансирование из федерального бюджета, пусть пока, на мой взгляд, недостаточно, ну, 45 миллиардов, оно в программах во всех есть, подтверждается. Другой вопрос, конечно, что мы постоянно просим, чтобы их все-таки справа, с более дальних сроков перевели более ближние. Да? Не, они сейчас заложены 26-й, там, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й годы. Так, а мы все-таки просим, чтобы больше уже с этого года серьезное финансирование началось. Ну, пока ответа у Минфина один денег нет, но надеемся, что до конца года, дай бог, может и
деньги появятся. Так? Ну, а в целом, еще раз говорю, у нас план работы есть, поручения президента все есть. Еще раз говорю, президент, он абсолютно не сомневается уже в необходимости моста, в нужности моста. Так? И, конечно, сейчас уже задача и правительства Российской Федерации, и правительства Республики Саха-Якутия этот мост общими усилиями построить вместе с нашими частными партнерами. Александр Сергеевич, президент страны назначил вас руководителем комиссии Госсовета России по направлению энергетики. Это, по сути, ответственность за развитие всей отрасли, большая ответственность. Александр Сергеевич, расскажите о ваших новых обязанностях. Какие цели и задачи вы ставите перед собой? Ну, я уже в предыдущих ответах кратко про это говорил. Но на самом деле, конечно же, Госсовет сегодня играет все большую роль в целом в развитии страны. Госсовет — это как раз тот орган, который представляет регионы Российской Федерации. Сегодня 21 комиссия создана, самых разных направлений. И комиссия по энергетике является одной из самых главных. Почему? Потому что энергетика — это не только про электричество, как многие могут подумать, это и про уголь, это про нефть, про газ, это про оборудование для энергетики, это атомная энергетика. В целом огромный спектр работы. Честно говорю, я даже не ожидал, что вот настолько широкий спектр работы у комиссии. Сейчас вот приходится буквально до поздней ночи иногда работать, документы рассматривать, с Москвой связываться, с коллегами в правительстве, в регионах разговаривать. Но задача поставлена. Президент очень надеется и верит в то, что комиссии Госсовета, в том числе и по энергетике, они будут такими, знаете, органами не просто экспертными, да, но и теми органами, которые будут вносить те предложения, которые лягут стратегические решения, принимаемые на уровне президента страны. Вот сейчас все национальные проекты, которые в стране разрабатываются новые, они все проходят через профильные комиссии Госсовета. Вот у нас послезавтра, например, поздним вечером мы в администрации президента рассматриваем вопросы, как раз связанные с технологиями в энергетике, в атомной промышленности, как раз в рамках нового национального проекта. И там вот по Якутии, например, как раз вот наша атомная станция тоже фигурирует, причем и та, которая уже строится, можно сказать, в Усьянском районе, и также и те новые, перспективные, которые в будущем уже могут появиться и как раз помочь Якутии и другим удаленным регионам как раз уйти от вопросов, в принципе, вот там, знаете, завоза дорогостоящего вида, там, дизтоплива или там угля и так далее. Поэтому это очень, с одной стороны, интересно, увлекательно, так, заниматься вот такими очень важными, нужными для страны вопросами. Вот, мне это нравится, потому что у нас, конечно, здесь для нашей энергетики, для нашего региона с его энергетикой, с ее, с другой стороны, недровыми богатствами, да, углем, нефтью, газом, конечно, это очень важная такая комиссия, но, с другой стороны, огромная ответственность, потому что я понимаю, что сейчас мы в целом, вот, наша комиссия отвечает в целом за развитие огромных отраслей, от которых зависит жизнь, ну, миллионов людей. Александр Сергеевич, Якутия принимает активное участие в национальных проектах, которые по инициативе президента стартовали в 2018 году и завершаются в этом. Вот предлагаем посмотреть сюжет о работе в этом направлении. Здесь берутся за самые сложные операции. Новый якутский онкологический центр. Еще в начале года радостное событие по случаю его открытия с жителями Якутии разделил президент России Владимир Путин. Благодаря национальному проекту здравоохранения вся необходимая медицинская помощь от диагностики до лечения стала еще доступнее для жителей региона, не выезжая за его пределы. Здравствуйте. Слышно, да? Лечение пациентов за тысячи километров. В телемедицинском центре кардиологи круглосуточно консультируют и экстренно направляют в структурные подразделения. Почти 8 тысяч отработанных обращений и множество спасенных жизней. Сунтарская центральная районная больница. Десятки районных больниц получают новый транспорт для оказания первичной помощи. Строятся и сами районные больницы. В селе Хану Момского района запущен самый большой больничный комплекс в Арктике и Якутии. В этом году новый шаг сделали к реконструкции дороги Амга на территории Улуса. Дождь польет, так и дороги не было. Сейчас, я думаю, все будет нормально.
Безопасные и качественные дороги в Якутии – это 2500 километров дорог и 50 мостовых переходов. Благодаря таким объемам Якутия вышла в лидеры и занимает первое место на Дальнем Востоке по ремонту дорог. А вот так выглядит дорога нам. Работы вышли на финишную прямую. Плотным слоем укладывают асфальт на автодороге нам. Протяженность объекта составляет больше 4 километров. Работы практически завершены. На уже отремонтированных улицах Якутска кипит движение. Благодаря федеральному проекту только в столице региона за 5 лет приведено в нормативное состояние около 164 километров дорог на 133 объектах. Да, стало хорошо. Ага. 2 года назад еще дороги не было. Да? Да, асфальта не было. Только камушки были. В микрорайоне «Звездный» дом за домом возводят строители вместе с социальными объектами – школой, детским садом и поликлиникой. В первую очередь квартиры готовят для граждан по самой крупной в республике программе – переселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программа охватывает все уголки республики. Хорошие площадки, много домов, инфраструктура хорошая, сам район ДСК неплохой. Обеспечение чистой водой населения Якутии является на сегодня одной из самых острых задач. И здесь на помощь пришел проект «Чистая вода». Ведется строительство очистной станции водозабора в селе Бердегистях Горного Улуса. Для жителей районного центра это не просто давняя мечта, а жизненная потребность. Сотни построенных жилых домов и социальных объектов, тысячи километров дорог за 6 лет бьют рекорды по всей России. Благодаря их реализации растет численность жителей Якутии и улучшается качество жизни. Впереди новые проекты, в том числе в рамках мастер-планов городов. Арсений Сергеевич, мы знаем, что президент страны объявил о новых национальных проектах, которые будут действовать до периода 2030 года. В каких из них республика будет участвовать и как их реализация повлияет на жизнь каждого якутянина? Конечно же, за прошедшие годы каждый из жителей нашей страны почувствовал на себе благотворное влияние национальных проектов. Взять нашу Якутию, те преобразования, о которых мы с вами говорим, о тех, которые сейчас были видны на экранах, это же благодаря решениям нашего президента, благодаря национальным проектам. Мы недавно и мечтать не могли, что в далеком Хану Мумского Улуса будет построена такая замечательная, большая, красивая каменная больница, да, которая будет оснащена уже и компьютерным томографом, вплоть до этого. В мечтах у нас такого не было. Но мы разработали проекты, подались, доказали, и в итоге такие замечательные проекты реализованы. Да, и даже не только Хану, так у нас и в других местах. В Чурапче больницу мы сдали, Хану, в Усть-Мае сдали. Так. Сейчас строится несколько одновременно больничных комплексов в районах республики именно по нацпроекту, по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Взять тоже онкологический наш центр, это реально как раз благодаря решению президента, благодаря национальному проекту, такой замечательный проект у нас реализован. Кардиологический наш центр. И это только то, что касается здравоохранения. А взять образование. У нас десятки школ построены за эти годы. Именно по программе нацпроектов. У нас в общей сложности, 100, если быть точным, по сегодняшний день 154 объекта, крупных объекта, построено по программе именно по линии нацпроектов. Построены сотни многоквартирных домов. У нас 40 с лишним тысяч человек уже переехало в новые дома из тех 60 тысяч, которые у нас должны переехать по самой масштабной программе расселения, которая есть в стране в целом. Конечно, проблем много, самых разных проблем. Там и нехватка средств, и где-то удорожание, транспортная тяжелая доступность. Так? Но самое главное, люди видят. И практически в каждом селе сегодня это можно увидеть, в нашей Якутии, что есть движение вперед. Взять тоже благоустройство общественных территорий. Совсем недавно, об этом тоже мы только могли мечтать. А сегодня уже наши города участвуют, и поселки участвуют отдельно в российских конкурсах, в российском конкурсе по комфортной городской среде. И опять же, благодаря поручению президента для Дальнего Востока отдельный конкурс сделан, чтобы, учитывая нашу численность, неразвитость городской и такой в целом инфраструктуры, они могли претендовать на средства и реально получают по 50, по 100 миллионов рублей.
Вот. И уверен, что вот новые проекты, которые сейчас будут реализовываться, они, конечно же, будут служить главным, чтобы жителям России в целом было лучше, качество жизни, чтобы вырастало. При этом обращу внимание, что вот значительная часть новых национальных проектов, они направлены в том числе на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. Мы сегодня, столкнувшись вот с открытой враждебной политикой западных стран, которая выражается через санкции, которые больно бьют и по экономике и регионов в том числе, да, мы видим, понимаем, что, к сожалению, мы, наверное, в 90-е годы были слишком наивны, да, когда считали, что мир открыт, все у нас хорошо, мы всем друзья, братья, там, все будут нам помогать. Ничего подобного. Этим всем западным странам от нас нужно только сырье. Так люди здесь вообще даже им не нужны. Вот. Сырье выкачивать — это запросто. А как технологии, так это, пожалуйста, вы у нас покупайте. И в итоге вот как раз многие проблемы сегодняшнего дня, в том числе с самолетами, как раз из-за ошибок 90-х, когда авиастроительная промышленность практически не поддерживала страны. А покупались вот, ну, Боинги, Аэрбасы, Бомбардье. Ну, мы же сами вот, свидетели всего этого. В результате сегодня, когда мы хотим получить самолеты, мы видим, что сделать их очень сложно. И совсем многие компетенции утеряны, многие заводы уже, знаете, закрыты, так, технологий нет. И, конечно, надо новые технологии делать. Причем не восстанавливать старые, а делать те технологии, которые позволят стране быть лидерами по многим направлениям. И они у нас есть, эти такие технологии. Вот как раз вчера вот, много показывали по телевизору встречу президента с Ковальчуком Михаилом Леонидовичем. Это президент Курчатовского института, академик, величайший ученый. Мы с ним встречались, и вот как раз он про встречу со мной и президента, оказывается, рассказал, я сегодня только узнал. Вот. Он же реально вот показал ряд таких новых технологий, которые реально могут позволить вот нашим удаленным поселкам вообще существовать без всякого завоза топлива многие десятилетия, основанные на современных достижениях и на разработках некоторых вот еще советских времен, уже соединенные с новыми современными технологиями. Абсолютно безопасные, абсолютно такие мощные, так, которые позволят реально развиваться нашим северным территориям. И, конечно же, вот на поддержку таких новых современных технологий, обеспечивающих наш суверенитет, будь то в энергетике, будь то в здравоохранении, будь то в других направлениях, будут направлены новые национальные проекты. И, конечно же, очень важная составляющая — это воспитание нашей молодежи. И как раз нацпроект, посвященный кадрам, это как раз подготовка нашей молодежи и в школах, и в вузах. Потому что очень долго, к сожалению, мы в школах говорили только про знания, вот, но не говорили про воспитание. И плоды этого мы, к сожалению, сегодня пожинаем. Вот, и уверен, что реализация и этого нацпроекта, и других новых национальных проектов нашего президента, она, конечно же, еще раз говорю, будет направлена на реализацию главной задачи — улучшения жизни россиян. Якутия по всем национальным проектам будет активно участвовать. Мы вот в предыдущих национальных проектах очень активно тоже себя показали. Так уверен, что и в новых направлениях будем делать все, чтобы вот каждый житель Якутии почувствовал на себе позитивные изменения от реализации этих национальных проектов. Зачитаю вопросы с чат-бота. Уважаемый Александр Сергеевич, будет ли повышение зарплаты в общем по республике, а также работников ЖКХ в том числе? Хороший вопрос. Его достаточно часто мне тоже задают. Конечно, повышение зарплаты всем хочется, и оно будет. Вот сразу так скажу, так, оно точно будет, потому что по стране принято решение о повышении минимального размера оплаты труда. Сейчас вот оно у нас по Якутии, ну вот здесь в основной части 48 тысяч рублей, по северам, по Арктике, где коэффициент еще выше, еще чуть побольше, так, МРОТ, по-моему, 52 тысячи. Вот. Сейчас с 1 января МРОТ будет 56 тысяч. Было 48, станет 56. Соответственно, там уже за 60 тысяч будет МРОТ по Арктике.
И это, конечно, повлечет за собой увеличение заработной платы по многим категориям, потому что во многих направлениях как раз размер заработной платы привязан к минимальному размеру оплаты труда. Далее есть так называемые указные категории: учителя, работники здравоохранения, ученые, заработная плата которых привязана к средней заработной плате по региону. Она у нас высокая, и, конечно, она у нас тоже будет расти, и здесь тоже увеличение есть. Самая такая непростая ситуация сегодня так называемыми неуказными категориями – это работники, ну, вот те же спасательные службы, например, лесное хозяйство, государственные муниципальные служащие, кстати, тоже туда входят. Всего таких вот людей, на которых бюджетных, работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие прямого указа президента майского, давнего, да, по которому зарплата была тогда значительно увеличена, их свыше 30 тысяч человек. Вот. По ним пока правительство приняло решение с 1 января увеличить заработную плату на чуть менее 6%. Вместе с тем, вот сегодня я уже получил письмо от руководителя Федерации профсоюзов Николая Николаевича Дегтярева, в котором он просит этот вопрос рассмотреть все-таки в сторону более значительного увеличения. Но цена вопроса – это порядка 2 миллиардов рублей. Вот, конечно, с бюджетом у нас следующего года достаточно напряженно, поэтому поручения правительству будут даны, чтобы с профсоюзами вместе все отработали, чтобы в конечном итоге мы и бюджет не разбалансировали с одной стороны, а с другой стороны все-таки вот определенная такая дифференциация по заработной плате была, и те, кто имеет высокую квалификацию, но работают в тех отраслях, на которые указ вот, по повышению зарплаты прямой по средней по региону не действует, все все-таки не страдали, потому что у нас зачастую бывает так, что специалист, например, который работает в сфере автоматизации, по здравоохранению знаю, часто это просто ставят, он как бы напрямую к здравоохранению не имеет отношения, на него указ вот, по зарплате по средней по региону не распространяется, соответственно, он как бы работник бюджетной сферы, но заработная плата у него практически в размере минимального размера оплаты труда. Ну и, конечно, высококвалифицированные инженера, люди, которые имеют хорошее образование, конечно, не задерживаются, уходят из отрасли. И это, конечно, серьезная такая проблема для многих наших отраслей бюджетной сферы. Поэтому здесь будем смотреть. Определенные решения вот в прошлом году принимались, в этом году решения принимались. Ну, если есть такая необходимость и возможность, и в следующем году будем это все смотреть и пересматривать. А так по ЖКХ индексация тоже будет. У них и отраслевое тарифное соглашение есть, и привязка к минимальному размеру оплаты труда. Айсен Сергеевич, у нас прямое подключение с поселка Чульма Нерингринского района. Там работает наш корреспондент Иван Лазаренко. Иван, добрый вечер. Видим, слышим. Вам слово. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в поселке Чульман Нерингринского района, и рядом со мной люди, которые проживают в аварийном доме по улице Геологическая, 16. Одна из них – это вот эта замечательная мама, многодетная мама. Мария, добрый вечер. Ну, расскажите, пожалуйста, вашу историю и ваш вопрос главе республики Айсен Сергеевичу Николаеву. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Спирина Мария. Я многодетная мама и родилась в поселке Чульман, проживаю. Моя семья живет в деревянном доме, признанном аварийным в 2012 году. Дом разваливается, деревянный, холодно очень. Приходится зимой снимать квартиру для того, чтобы детям было тепло и комфортно проживать. Вот. Квартплату платим за две квартиры. Очень устали от этого. Хотела задать вопрос, когда же все-таки наш дом переселят. Спасибо большое. Спасибо, Марина, за вопрос. Спасибо жителям Чульмана, что вот сейчас вы собрались. И вопрос, на самом деле, очень важный для вас, для меня. Задаете так, по строительству жилых домов в Чульмане. У нас там подрядчик «Альфа Кондор». Вот, по-моему, вы стоите как раз на стройплощадке. Вот сзади я вижу вот этот дом, который они должны достроить до конца года. Там три дома у нас. Я крайний раз, когда на День шахтера приезжал, заезжал, смотрел.
постоянно мониторю. Ну, насколько я знаю, там сейчас стройготовность от 60 до 70%. Но строители всем обеспечены, материалы у них завезены. Вот, и реально они там все поклялись, что до конца года по контракту они все-таки эти дома сдадут. Поэтому еще раз спасибо за вопрос, на контроле буду держать. И очень надеюсь, что ключи до конца года получите от новых квартир. Спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо, Александр Сергеевич. Спасибо, коллеги. Предлагаю принять звонок. Алло, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Айсен. Ой, простите, немного волнуюсь. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Алданский район, Ольга. У меня такой вопрос. Моя семья является многодетной. Будем получать новые льготы. Очень важно, это для нас большая поддержка. Вот. Особенно 30% по коммунальным расходам. Уже подала заявку на госуслуги, жду оформления. Старшие дети начали бесплатно питаться в школе. Но вот можете мне, пожалуйста, объяснить, мне немного непонятно по льготному проезду. У меня 3 школьника, я рассчитывала, что с 1 сентября дети начнут ездить бесплатно. Но почему-то пока такая возможность не предоставлена. Можете, пожалуйста, вот объяснить, может, льгота, ну, для нас там не работает, или как, вот когда она появится? Спасибо. Спасибо большое за информацию и за вопрос. Да, я этим летом издал специальный указ по поддержке многодетных семей для реализации решения нашего президента. Вы знаете, что в этом году, в год семьи в Российской Федерации, Владимир Владимирович принял ряд решений, которыми в нашей стране определен статус многодетной семьи, определены базовые формы поддержки, которые должны многодетные семьи получать. И после анализа ситуации, которая у нас в республике имеется, а у нас здесь, это надо сказать, счастье республики, что у нас с каждым годом многодетных семей больше. Вот. У нас их уже свыше 34 тысяч многодетных семей. Так, это достояние республики. И, конечно же, мы обязаны их поддерживать. И вот я тогда издал указ о том, чтобы как раз была льгота 30% по коммунальным, жилищно-коммунальным услугам. Это дорогой вопрос. Он обойдется нам вот в этом году порядка 300 миллионов рублей. В следующем году может порядка даже 1,5 миллиарда рублей, как сейчас считают. Но мы осознанно на это пошли. Бесплатное питание в школах для детей из многодетных семей тоже такой серьезный вопрос, он, его цена за год, ну, порядка 500 миллионов рублей. Вот. Они уже реализуются. Вот, и, ну, здесь вопросов нет у людей. Вот. Но по транспорту, это, вот, кстати говоря, не первое обращение, которое я получил. Мне из других районов пишут в социальные сети. Я смотрю ВКонтакте, по крайней мере, читаю время от времени, так смотрю, какие жалобы есть от людей. И хотя была рекомендация органам местного самоуправления, а они отвечают за общественный транспорт на своих территориях, чтобы вопрос был решен с 1 сентября, к сожалению, он из 21 муниципального района и городского округа, где общественный транспорт у нас работает, внутри районов, так, он решен только в 4. Только в 4. То есть там надо принять нормативно-правовой акт на уровне муниципального района, который потом начинает действовать. Так. Вот в 4 он работает. Нюрбинский, Усть-Алданский, вот помню, так могу назвать. В Горном приняли, но он еще не заработал. Так, очень надеюсь, что в ближайшее время заработает. Вот. Ну, считайте, 5 районов у нас как-то более-менее закрыты. А остальные 16, половина ровно, они обсуждают, согласовывают нормативно-правовые, в том числе город Якутск. А еще 8 вообще даже не чесались.
так по этому поводу. В том числе такие крупные, как, например, Мирнинский район. Вот, или Нерюнгринский. Поэтому очень надеюсь, что вот этот прямой эфир они тоже смотрят, да, но, коллеги, мы уже понимаем, что 1 сентября прошло, решение не выполнено, так, соответственно, сейчас уже будем требовать, чтобы все-таки, мы хотя напрямую не можем муниципалитетам приказывать, мы им рекомендовали это сделать, так, но почему рекомендация по поддержке многодетных семей не выполнена, они будут все объяснительные уже писать. Вот. Ну и очень надеюсь, что кроме объяснительных, они в ближайшее время все-таки эти решения примут. И реально у нас школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Большое внимание детям, забота о многодетных семьях – это уже традиционно самые важные стороны политики нашей республики. Владимир Путин не раз отмечал демографические успехи Якутии. Таких темпов прироста населения нет ни в одном регионе Дальнего Востока, но сейчас появилась тенденция к снижению этих темпов. Как оцените ситуацию у нас в Якутии? Я здесь соглашусь. У нас в республике, конечно же, все тенденции, которые есть в Российской Федерации, они у нас тоже проявляются. Мы не можем сказать, что у нас уникально, у нас растет рождаемость и так далее. У нас рождаемость, к сожалению, падает. Падает она особенно сильно по городу Якутску. Так, хотя здесь основная часть как раз нашего молодого населения, и это очень серьезно тревожит. И если сравнивать с прошлым годом, например, да, у нас на сегодняшний день родилось ну, порядка 7700 детей. Это где-то на 300 детей меньше, чем в прошлом году, на этот же период. Здесь я считаю, что, конечно, должен быть целый комплекс мер принят. Мы, конечно, сейчас увеличиваем и на федеральном уровне, и на региональном выплаты. Вот, по количеству выплат мы вообще ну, на одном из передовых мест в стране. Это на самом деле позволяет, наверное, нам поддерживать ну, такой достаточно высокий при этом уровень рождаемости, хотя он уже снижается. Вот. Мы, конечно, имеем очень такие давние уже корни поддержки семей с детьми. Еще с времен нашего первого президента они тоже сегодня помогают нам. Но надо, конечно, здесь уже начиная с воспитания детей, так, с пропаганды семейных ценностей, с пропаганды материнства, поддержки матерей и семей, оказавшихся в трудной ситуации. Целый комплекс мер делать не только государству, да, но и всему нашему обществу. Вот. Здесь меры мы вот как раз с уполномоченным по делам ребенка нашей страны Марией Алексеевной Беловой-Львовой обсуждали. Есть ряд направлений, на которые она просила меня обратить внимание. Мы обязательно на это будем упор делать, как раз сокращение социального сиротства, сокращение количества детей, находящихся вот под присмотром государства, вот, поддержка дальнейшего института приемных семей. Но еще раз говорю, это, конечно же, помощь в создании молодых семей, их поддержка, оказание всяческой помощи для того, чтобы детей у нас становилось не меньше, а больше. Это такая, еще раз говорю, глобальная проблема для страны, для многих уже государств мира в том числе, да, но мы обязаны ее решить. Это такой, наверное, самый серьезный вызов, который стоит перед нашей страной в ближайшие десятилетия. Это вот сокращение количества детей, увеличение по ряду регионов и смертности, ну и в целом вот сокращение нашей численности. Мы обязательно должны это преодолеть. Якутия пока, к счастью, вот еще раз говорю, находится в зеленой зоне по всем показателям. У нас и рождаемость, несмотря на снижение, на высокое, так у нас и смертность падает, и продолжительность жизни растет. Но вместе с тем говорить, что все у нас здесь замечательно, мы никак не можем. Да, пока детей рождается меньше, чем рождалось в прошлом году, то значит проблема есть. Василий Сергеевич нам сообщает, что есть видеосообщение. Предлагаю посмотреть. Асен Сергеевич, в нашей семье в 2021 году родилась тройня. Старшие мальчики – двойняшки. Всего у нас 5 детей. Детки Айхал, Арылхан и Анелечка растут на радость всем нам. Мы очень благодарны за поддержку, которую оказывает государство.
На выписке получили сертификаты на все выплаты, в том числе на приобретение жилья на сумму 6 миллионов за рождение тройни. Мы купили большой, светлый, просторный частный дом для большой семьи. И почти год живем в этом доме. Социальные выплаты – очень большое подспорье для каждой семьи. Благодарны за то, что поддерживаете семьи. Спасибо большое. Очень веселое видео. Спасибо. Замечательный сюжет. Но искренне поздравляю. Такие семьи, конечно, еще раз, это гордость нашей республики, достояние наше. И вот несмотря на все сложности, еще раз подчеркну, многодетных семей у нас в республике с каждым годом больше. И мы обязательно будем принимать все меры для их поддержки. Поэтому вот как раз еще раз подчеркну, что вопросы проезда, я очень надеюсь, главы смотрят, знают, о ком идет речь, и решение все-таки быстро примут вместе со своими районными советами, чтобы полностью весь комплекс мер, предусмотренных по поддержке многодетных семей, у нас в республике был реализован. Арсений Сергеевич, ну и в продолжение темы демографии. Через неделю отмечается Международный день пожилого человека. А что делается в Якутии для них? Тоже важнейший вопрос. Я хочу сказать, что мы все-таки достаточно серьезно наши вложения в сферу здравоохранения, соцзащиты, поддержки старшего населения, они дают свой эффект. Конечно, были очень большие у нас потери в целом в стране, в мире, в период, когда был ковид. И сейчас мы должны сделать все, чтобы в дальнейшем, конечно, мы наше старшее поколение ограждали от таких инфекций, от таких эпидемий. Что касается политики в целом, то мы сейчас уже должны говорить не просто о продлении жизни, да, не просто об увеличении продолжительности жизни. Сегодня мы должны говорить о продлении активного долголетия, чтобы наши старшие поколения до самых преклонных лет были в хорошей физической форме, в здравом уме, трезвой памяти, имели возможности заниматься любимым делом. И вот для этого, конечно же, тоже надо принимать целый комплекс мер. В этой части, конечно, для нас самый большой, такой яркий, хороший пример – это Москва. Сергей Семенович Собянин. На эту тему разговаривали несколько раз, как вот у него организована вот целая система, которая называется как раз «Активное долголетие» и помогает людям уже старшего возраста, еще раз говорю, кто в кружки ходит, кто любимым каким-то делом занимается, кто гуляет, кто специальные музейные программы, культурные программы. Целый комплекс, огромный комплекс. Так, и считаю, что мы в республике тоже должны заботиться о своем старшем поколении, делать все, чтобы они как можно дольше оставалось вместе с нами и оставалось в таком, еще раз говорю, хорошем состоянии. Я давал уже такое поручение в рамках Республиканского оргкомитета «Победа», который я проводил в августе, и сейчас еще раз могу повторить. Я дал поручение правительству республики в следующем году уже в Якутске открыть Центр активного долголетия. Мы с нашими партнерами из Сбера на эту тему говорили. Есть их здание Покирова, которое у них сейчас уже они не хотят использовать. Так, большой центр, большое здание, так многоэтажное. И как раз его можно использовать как такой центр. Поэтому правительству я дал поручение здание уже перестроить и открыть там центр активного долголетия в городе Якутске. Надеюсь, в дальнейшем такие центры у нас появятся и в других крупных городах, районных центрах. В целом, в рамках как раз 80-летия Великой Победы, которую мы будем отмечать в следующем году, конечно, надо целый комплекс мер принимать по поддержке и ветеранов тыла, и фронтовиков наших, которых, к сожалению, осталось очень мало. Ну и, конечно же, надо уже очень серьезно нам заниматься категорией, которая называется у нас «Дети войны». Да? И здесь тоже ряд мер мы обязательно примем и уже сейчас принимаем для их поддержки. Конечно, нашей гордостью, да, Якутии являются те, кто дожил до 100 лет. Поэтому
Я принял решение, дал поручение уже, и оно правительством будет исполнено. Все, вот у нас есть знак ВЕХАС. Мы его вручаем тем, кто достиг возраста 100 лет нашей республики. Вот всем обладателям этого знака до конца года я дал поручение выплатить по 1 000 000 рублей. Вот, и в последующем каждому, кто достигнет 100 лет, мы вот вместе со знаком будем вручать такое денежное поощрение, так, поддержку, помощь для того, чтобы, ну, это на самом деле, еще раз говорю, достижение, это реально гордость нашей Якутии. Айсен Сергеевич, жители села Бескёль горного района, где восстановлен целый микрорайон после последствий лесного пожара, выходят с нами на связь. Там работает наш корреспондент Даяна Федорова. Даяна, вам слово. Добрый вечер, коллеги, телезрители. Я Айсен Сергеевич. Я нахожусь в новой школе села Бескёль, которую уже назвали президентской. Она построена по прямому поручению главы государства, и уже со следующего месяца здесь начнутся уроки. Я напомню, что с просьбой о строительстве глава Якутии обратился к президенту страны в 2021 году, и уже 14 июня 2022 года президент предложение поддержал, и была установлена первая свая в основании здания. В новом доме знаний расположились учебные классы, лаборантские, мастерские, а также актовые и спортивные залы, библиотека, столовая и медкабинет. В общем, все то, что так необходимо детям. Ну что ж, ребята, скажите, понравилась новая школа? Хорошая школа, отличается от старой школы. Спасибо. Онтон эн тугун ордук сөбүлэйдин. Мен бұдан лабораторный кластер хөбілядем. Онны шейді көрінден үнірі кәлбек опытың ұрық көп. Ата мен бұдан спорт залы сөбілядем. Кірігівай улахан арасын юлдырын ек көп. Қаған арыларын кәтәйбін. Аскола наға уютный, она наға сырды. Кабинеттар наға әлбақтар. Бахива. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что поручение президента выполнено? Принимаете работу строителей? Также коллектив Бескёльской школы хотел обратиться к Айсену Сергеевичу. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич, студия, телезрители. Меня зовут Матрёна Николаевна Ефремова, директор Атамайской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. В первую очередь мы хотим поблагодарить президента нашей страны Владимира Владимировича и вас, Айсен Сергеевич, за такую современную, безопасную школу. Это действительно большой подарок для нас. Уважаемый Айсен Сергеевич, открытие состоится 5 октября, и наши дети хотели обратиться к вам. Убастабылах, Айсен Сергеевич, саңа школа арыларын күйтәбет. Махтал. Спасибо большое. Я очень рад, что вот школа Бескёле построена. Я помню, конечно, тот пожар в августе 2021 года. Такое тяжелое испытание было для всех нас, для жителей Якутии, ну и, конечно, в первую очередь для жителей Бескёле. Тогда мы попросили нашего президента помочь не только просто восстановить дома сгоревшие, так, но и сделать село лучше, чем оно было, и построить объекты, вот, в том числе и школу. Президент тогда поддержал, дал соответствующее поручение, и Юрий Петрович Трутьев потом тоже меня поддержал, и как раз по дальневосточной субсидии средства были выделены президентские, и вот сейчас школа новая, практически уже, как вижу, построена. Очень надеюсь, что 5 октября, ну, если мой график позволит, я смогу все-таки в Бескёле побывать и, конечно, разделить эту радость с жителями села, с детьми. Ну, я понимаю, что такое это хорошая, красивая школа для села, тем более для села, которое такое, ну, тяжелое испытание пережило. Рад за Бескёль и очень надеюсь приехать к вам. Көрсе қадылы. Спасибо, Айсен Сергеевич. С вами на связи были учителя и ученики
Новой школы села Бескёль Горного Улуса, построенной по прямому поручению президента России. Айсен Сергеевич, ну что ж, за Бескёль радостно вдвойне. С открытием новой школы село обрело современное лицо. Такое эпичное возрождение за столь короткое время после сильного пожара. Но это действительно впечатляет. Ну что ж, школы строятся по всей республике, но тем не менее на августовском совещании вы четко указали, что это пока никак не повлияло положительным образом на качество образования. Что, на ваш взгляд, мешает тому, чтобы дети в республике получали самые лучшие современные знания? Непростой вопрос. Я сразу скажу, что, конечно же, вкладывая огромные, без привлечения средства в систему образования, в ее материально-техническую часть особенности, мы, конечно же, вправе ожидать, что качество образования наших детей тоже будет на высоком уровне. И я на самом деле на августовском совещании критиковал нашу систему за то, что таких результатов мы, к сожалению, пока еще в целом не ощущаем. Да, по ряду таких важных базовых направлений, как, например, там, математика, другие предметы, мы видим повышение средней оценки ЕГЭ по результатам экзаменов. Но только по географии у нас по республике средняя оценка, ну, средний балл по ЕГЭ выше, чем в среднем по России. По всем остальным ниже, по некоторым гораздо ниже. У нас 14%, если не ошибаюсь, детей, вот, которые сдают экзамены по итогам 9 класса, они их не сдали. Просто не аттестованы. Огромная цифра. Вот. У нас есть агрошколы. Мы их поддерживаем. Ряд агрошкол, 46 агрошкол, по-моему, получают дополнительное финансирование из бюджета на свою работу, которая идет в первую очередь на повышение, ну, на повышенную заработную плату. Но при этом доля выпускников, которые идут потом уже в аграрные вузы, и наш Якутский агротехнологический университет, в другие аграрные вузы страны, она ничтожно мала. Вот. И, конечно же, вот мы понимаем, что система, она должна в целом меняться. Она должна быть нацелена на то, чтобы не просто детям какие-то вот знания дать, экзамены сдали и все, до свидания. Так? Они должны воспитывать детей. Воспитывать и образовывать детей. Учить их получать знания. Ведь сейчас время очень такое быстрых, знаете, быстрых изменений. Так? И раньше то, что нам приходилось с вами там сидеть, там, учебники читать, там, все это искать где-то там в словарях, в энциклопедических каких-то там словарях. Сейчас наши дети там на гаджете находят буквально там за несколько секунд. Соответственно, вопрос не в том, что знания есть. Вопрос в том, что мы должны научить наших детей мыслить. Учиться думать. Познавать мир. Заинтересовать их, знаете, чтобы тяга знаниям была. Я всегда говорил и буду говорить, я счастлив, что у меня были замечательные учителя. Не побоюсь этого слова, великие учителя, которые вот мне вот эту тягу к знаниям дали. И мне бы хотелось, чтобы таких учителей у нас в республике, ну, наверное, много быть не может, но они появлялись. Чтобы они появлялись, и были и другие учителя такие же, которые тоже умеют детям прививать эту любовь к знаниям. Надо находить новые формы, новые подходы, целые команды образовывать. И я рад, что вот новый министр сейчас, Нургуль Афанасьевна, она как раз нацелена на создание таких, знаете, команд, в хорошем смысле команд управленческих в образовании, которые способны вот весь этот пласт менять и нацеливать его на решение главной задачи, нацеливать его на ребенка. А то у нас, я вот тоже сейчас даю поручения различные, чтобы в этой части порядок навели, если надо, и с федеральным министерством работали. Ну, огромное количество учителей всякой отчетности. Безумное количество, там, знаете, вроде вводим цифровизацию, они в цифровом виде должны заполнять, потом еще в бумажном. Так?
кому это надо, зачем это надо. Тем более, это большая часть этой отчетности, я смотрел то, что у них требуют, на мой взгляд, там больше половины этого вообще так. Это вот то, что в наш век, когда данные все собираются, вообще особо там напрягать на это учителей вообще и не надо. И учителя, конечно же, они вот в эту текучку, вот эту всю какую-то рутинную уходят и забывают о главном, своей цели. У нас безумно, очень серьезно разросся управленческий аппарат в школах. Вот, в особенности вот в городе Якутске. У нас во многих российских городах крупных, и не только крупных, да, сегодня создаются системы вот этих территориально-образовательных комплексов, когда школы все работают, но, вот, например, в микрорайоне несколько школ есть, они раньше были разные школы, сейчас это одна школа, один директор, один там завхоз, одно хозуправление, одна бухгалтерия, ну вот финансист и так далее. Так? Но учителя и так далее, все они работают по своим школам, как работали. Снижается значительное количество управленческого аппарата, вот, но зато при этом освободившие средства идут как раз на повышение зарплаты и преподавателям, на улучшение дополнительного образования, на различное приобретение того, что в школам необходимо. И в итоге качество образования растет. А мы все, вот каждое, вот в каждом микрорайоне, ну, взять там 202-й, 203-й микрорайон, там сколько детских садов, сколько у нас там школ. Так. Вот. И я считаю, что здесь, конечно, надо более активнее работать, и здесь у главы города очень такие тоже правильные подходы, мы с ним на эту тему говорили, необходимо просто от этих планов уже переходить к реальным действиям. Такие же механизмы можно и в крупных районных центрах делать. Вот против чего я возражаю, это как раз сокращение наших малых школ. Школа, она обязательно нужна. Если даже там мало детей, так, но она должна быть сохранена, эта школа. И не надо там пытаться сократить штаты и так далее. Это для многих сел это сегодня вопрос вообще дальнейшего существования. У нас и так во многих селах, к сожалению, количество детей в школах серьезно сокращается. Не во всех, но во многих. И поэтому здесь мы не должны излишне увлекаться вот всякой оптимизацией. Вот. При этом вот как раз по управленческому аппарату крупных наших населенных пунктов здесь, конечно, надо меры принимать. А то у нас начальников скоро будет больше, чем учителей, такими темпами. У нас слабая совсем стала связь между, знаете, вот высшим образованием, между наукой и школами. Я и на Августовском говорил это совещание, и недавно вот как раз совет по науке проводил, где весь свет нашей науки тоже их озадачил. У нас за последние годы на 30 с лишним процентов упало количество детей, которые сдают профильную физику. А это значит, как раз мы теряем будущих наших не только физиков, не только ученых там по естественным наукам, мы теряем инженеров. Вот, мы теряем тех, кто крайне востребован для нашей республики, для ее экономики. И я попросил наших ученых более, скажем так, активнее идти в школы, читать лекции, заниматься с детьми, в конце концов, да, в хорошем понимании этого слова. Ну и школам самим тоже здесь активизироваться. В конце концов, у нас не только здесь город Якутск, но и любая другая школа сельская может подсоединиться по интернету. У нас кроме арктических районов, все остальные уже имеют хорошую связь. Да и в Арктике тоже для школы связь проведена. Поэтому здесь надо более нам активными идти. И родительскому сообществу здесь тоже школу надо поддерживать. Не становиться в позу, знаете, вот вы нам должны и все, да? А помогать школам в том числе. Самим тоже идти, помогать школам. Если не только же ученые должны лекции читать. У нас, например, должно, я считаю, в школах уже детям прививать основы предпринимательства. Мы же живем уже в совсем другой век. Мы, кстати говоря, наверное, одними из первых в стране разработали такой учебник по предпринимательству. Благодаря «Деловой России», ее вот руководителю Ирине Котенко такой, уже у нас учебник есть, мы его выпустили. Но, конечно, надо, чтобы не в одной там школе у нас города Якутска это было, а было во многих школах. Поэтому вопросы образования, они крайне широки. Можно здесь целый час говорить и о проблемах, и о достижениях. Но я уверен, что мы обязаны образованием серьезно заниматься.
я очень четко понимаю, что от качества образования зависит будущее ребенка. И мы все сделаем, чтобы вот качество образования в Якутии вырастало, чтобы наши дети были умные, были образованные, были, выходили из школ настоящими патриотами, гражданами нашей страны. И тогда, значит, у нашей республики будет светлое будущее. Айсен Сергеевич, продолжают поступать звонки со всей республики. Предлагаю принять один звонок. Добрый вечер. Алло, алло. Говорите. Да. Алло. Алло. Вахтовлар Айсен Сергеевич. Здорово, Лару. Тихо, айсен Сергеевич. Бюджеттен юбилейн кэнники сылларга эбилэни хэрэ кайгыллах суол. Әлбәк қайыз қылағы программалар, ғранлар, үлейлілер, кестел бұл бұтақ, бұл бұл әхілілер, тек қайыз тұрдың бұрды үшеттің бұхәтчі мұрауачуға бұтанық кейелілер. Енекетін бұл қайыз қаға түргететір немалар бар бұлықтыра дуа. Усалданттан Федоров Олег Федорович үлі бетеріне. Мақтал Олег Федорович, үйті неген? Вопрос, который вот из Усалдана Олег Федорович задал, он очень важный для, для работников сельского хозяйства, да и для жителей села в целом, да и для всех жителей республики. Это вопросы сельского хозяйства, финансирования. Несмотря на то, что мы в последние годы приняли ряд решений, которые ну, кратно повысили финансирование отрасли, да, мы... К сожалению, можем констатировать, что рост продукции у нас незначительный, хотя у нас есть количество продукции, но он незначительный раз. Во-вторых, конечно, вот Олег Федорович правильно говорит, мы наблюдаем, что средства до тех, кто непосредственно работает на земле, доходят все-таки с опозданием. Слава Богу, что стали доходить. Так, раньше у нас были случаи, к сожалению, да, когда средства вообще не доходили, и было очень много случаев там и мошенничества, и недоведение средств до реальных людей. Поэтому механизмы были финансирования изменены. Сейчас доходят, но вот в этом году я столкнулся с проблемой, когда, опять же, из-за определенных бюджетных правил, из-за рассмотрения нормативно-правовых актов и на уровне правительства, а потом на уровне Илтумена, у нас доведение средств, которые имелись, до конкретных товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей, оно затянулось. Я дал поручение, я очень надеюсь, что оно будет до конца доведено, чтобы сейчас уже для того, чтобы вот те же ставки субсидий и так далее менять, не должно быть изменений закона. Это чтобы шло через постановление правительства. Вот там, где мы это сделали, например, в части поддержки, по-моему, оленеводства, так у нас вообще вопросы перестали идти. Вот. А вот по молоку, к сожалению, оно вот в этом году была проблема. Поэтому вот в следующие уже года это будет гораздо быстрее приниматься. Ну и самое главное изменение, которое я уже принципиально принял, и очень надеюсь, что у нас эти все решения будут воплощены уже в изменения и закона, и выйдут постановления соответствующего правительства. Мы все-таки должны дать здесь больше возможностей муниципальным районам. Все-таки Минсельхоз, он из такого, знаете, распределяющего по каждой субсидии, по отдельной органу, да, должен стать таким, знаете, штабом отрасли, который стратегически руководит направлениями, исходя из специализации района, исходя из тех возможностей, которые у нас есть в бюджете, вообще общих подходов развития сельского хозяйства. Вот он такой, как штаб должен быть, а не как сейчас. Он, к сожалению, там за каждую копейку, каждую рубль там делит, смотрит, этому дам, этому не дам. Вот у этого бумага так не сделана, у этого там тут запятой не хватает. И вот этот, к сожалению, процесс, вроде бы, опять же, объясняемый соблюдением тех или иных там правил бюджетных, так, оно приводит к тому, что реальная эффективность использования средств, она падает. И я встречался вот последний год с многими непосредственно предприятиями, которые работают на земле,
с многими главами наших сельхозрайонов, с депутатами Елтумена мы советовались. И сейчас мы все-таки принимаем уже решение, стратегически мы приняли, сейчас надо это все оформить, чтобы мы все-таки до районов доводили единый объем средств на поддержку сельского хозяйства. А уж по каким направлениям район их будет распределять, это районы должны будут уже решать сами, в том числе, конечно же, с участием районных советов, я уверен. При этом, конечно же, согласовывая основные направления с Минсельхозом. При этом у всех районов свои задачи, задания будут по молоку, по поголовью, по посевным, по продукции выпускаемой. Так, но уже, вот еще раз говорю, распределение средств конкретное там внутри будут заниматься сами районы. Единый мы им будем доводить на поддержку сельского хозяйства, единую субсидию. А уж по каким видам будут они делать упор, все-таки районы будут решать сами. Конечно же, это, с одной стороны, у них резко возрастут возможности, но с другой стороны, и ответственность теперь будет, конечно же, на них гораздо более серьезной. При этом, еще раз говорю, в рамках исполнения моего указа о поддержке местного производства, мы до каждого района цифры доведем. Это не будет, значит, так, что вот район сам взял, сам куда хотел потратил. Да, они должны все-таки показывать, как вот распределение или изменение направления средств будет помогать им реализовывать главную задачу – повысить выпуск товарной продукции сельского хозяйства у нас в республике. Ведь главная задача сельского хозяйства, она у нас в чем заключается? В том, чтобы на столах у якутян была качественная местная продукция. И желательно не по запредельным ценам. Вот на этом мы все должны работать. Александр Сергеевич, спасибо. Мы третий час работаем в прямом эфире. В колл-центре идет подсчет звонков и сообщений. Марфирина, каковы итоги? Сколько обращений обработал телефонный центр? Ну что ж, активность поистине высокая. Вопросы поступают со всех уголков нашей республики. И по данным Центра управления регионом Якутии, на данный момент мы приняли свыше 1200 вопросов. И наш колл-центр продолжает принимать звонки по номеру 506-006, а также 320111 с кодом 4112. Сообщения ждем на WhatsApp по номеру 8-914-2-792-262 и через Telegram чат-бот главы республики. Вопросы немедленно обрабатываются и всем обязательно будут направлены ответы. Спасибо. Арсен Сергеевич, вчера вы подписали указ о назначении Героя России Игоря Юргина на должность министра молодежи. Он является участником президентской кадровой программы «Время героев» и в течение нескольких месяцев проходил стажировку в правительстве, а вы были его наставником. Вот какие качества Игоря Васильевича отметили бы особо? Я бы хотел начать ответ на ваш вопрос не с Игоря Васильевича Юргина, а с Петра Витальевича Шамаева, который многие годы работал у нас министром по делам молодежи, социальным коммуникациям республики. Отлично работал, очень хорошо работал. И вот когда началась специальная военная операция, он несколько раз, я не скрываю, подходил ко мне с просьбой разрешить ему пойти добровольцем, заключить контракт в зону специальной военной операции. Я его не отпускал. Вот. Но реально вот уже некоторое время назад я понял, что это человека не просто там какой-то, знаете, ну вот идея в голову пришла, да, разовая, да, человек реально вот хочет выполнить свой долг перед страной, с оружием в руках защищать нашу страну от украинских фашистов. Вот. И я, ну, не счел для себя возможным дальше его удерживать, так, и, ну, я же давно работаю с людьми, понимаю, когда, вот, еще раз говорю, у человека что-то вот разовое, а вот когда у человека это глубинное накипело, человек реально горит, хочет этого. И я такое согласие дал. И сейчас Петр Витальевич Шамаев уже находится в зоне специальной военной операции, выполняет свой воинский долг. Мы с ним, ну, общаемся, переписываемся. Кстати, вот у него вчера или позавчера родилась дочка. Вот, тоже хорошее такое событие. Я его поздравил, его и семью его с этим событием. Вот. Уверен, что у Петра, как и у других наших бойцов, все будет хорошо. И он в скором времени с победой, живой, здоровый, вернется домой. Вот.
При этом с Игорем Васильевичем Юргиным мы познакомились, когда президент присвоил ему звание Героя России. Он тогда еще не учился на программе «Время героев». Мы с ним и с Колей Соболевым, его тоже другом, который тоже стал Героем России, общались, разговаривали о жизни, о планах. И вот тогда Игорь высказал желание, что в будущем, если сложится, хотел бы вернуться на родину, поработать, в том числе, если есть такая возможность, в том числе и в органах власти, потому что много он видел и считает видит в себе возможности, потенциал, который может реализоваться и принести пользу и молодежи в целом, и нашему обществу, нашей республике. Я, конечно, согласился, сказал, слушай, если вот такое желание возникнет, набирай, мы обязательно поможем, поддержим тебя. Вот, тогда мы еще не знали, что буквально через несколько дней президент объявит эту программу «Время героев». Игорь подаст документы на этот конкурс. Конкурс был огромный, сами знаете, там тысячи и тысячи людей, 80 с лишним вот людей было всего лишь отобрано, и в том числе вот Игорь Васильевич Юргин был отобран. Ну и, конечно, когда он мне с этой вот радостной новостью поделился, когда попросил меня стать его наставником, я, конечно, с очень большой ответственностью, скажем так, и с гордостью принял это предложение. Мы постоянно с ним общались, он у нас несколько месяцев проходил стажировку, он реально сразу сходу вошел в команду, работал, при этом проходил стажировку вот и в органах власти, но при этом уже работал по моим заданиям по ряду таких непростых направлений. И в правоохранительных органах, и в части работы по комплектованию наших вооруженных сил, по помощи специальной военной операции. И вот везде показал себя с очень хорошей стороны. Я же еще раз говорю, с людьми давно работаю, вижу, когда человек вот горит работой, очень хорошие у него идеи по воспитанию подрастающего поколения. Ну и вот он как человек, который, еще раз говорю, вот, в самых тяжелых боях был, и за свое мужество, героизм, за свое умение командовать своим отрядом, получил высшую награду нашей страны, стал Героем России. Конечно же, вот я считаю, что он обязательно справится с этой задачей. Вот он сейчас будет министром по делам молодежи и социальной коммуникации республики. Уверен, что у Игоря большое будущее. Он будет и дальше у нас в республике работать. И уверен, сделает много очень полезного, хорошего и для республики, и для всей нашей страны. Александр Сергеевич, звонки и сообщения поступают непрерывно. Озвучу вопрос из чат-бота. Здесь вопрос из поселка Белая гора. Александр Сергеевич, добрый вечер. Почему в нашем торгово-логистическом центре в Абые принимают дикоросы по ценам ниже, чем в городе Якутске? Интересный вопрос. Понятно, что в Белой горе принимают по ценам ниже, чем в Якутске. Они же должны из Белой горы сюда еще в Якутск привезти и продать. Так? Если они будут покупать там дороже, чем в Якутске, то цены, соответственно, в Якутске должны стать гораздо выше. Вот. Но при этом я что хочу сказать. Мы, когда торгово-логистические центры создавали, сейчас их уже 8 открылось у нас, работает, еще 5 должны быть введены в ближайшие годы, в этом и в следующем годах. Мы планировали, что кроме поставок туда продукции различной, да, свежих овощей, различных товаров первой необходимости, продуктов первой необходимости, в будущем торгово-логистические центры должны также и принимать местную продукцию у жителей. Тоже мясо северного оленя, те же дикоросы, ту же рыбу. Так, и чтобы людям было удобнее. Не пытаться везти сюда, в Якутск, по очень крайне сложной транспортной логистической схеме, или не их сам за бесценок отдавать тем, кто приехал из других регионов порой так и быстро там за наличку пытается что-то скупить, а чтобы вот был такой надежный, четкий, ясный источник доходов постоянный у людей, проживающих в Арктике. Вот. Я обязательно проверю сигнал. Хорошо, что напомнили, так, насколько это решение сейчас исполняется. Как мне, я помню, докладывали, там они по ряду
логистических центров начали приемку по мясу оленя, так? По дикоросам, я честно скажу, что цифры я еще не видел. Но они должны были в этом году уже дикороса начать принимать. Ну, при этом, как всегда, у наших некоторых государственных предприятий и учреждений возникает желание, опять же, получать субсидии из бюджета, так, большие на это дело и так далее. Так, ничем это хорошим, конечно, точно не закончится. Мы должны все-таки работу вот этих торгово-логистических центров именно в этой части все-таки построить на понятных, хороших рыночных отношениях с тем, чтобы и жители были довольны, и у предприятий, которые этим занимаются, была своя определенная прибыль. Потому что у нас, конечно же, у бюджета республики есть множество других задач, которые напрямую прописаны нам законом. Да, начиная вот от финансирования жилья для детей-инвалидов, для обеспечения людей лекарственными препаратами первой необходимости, для того же субсидирования авиационных билетов на севера, вот, и которым мы обязаны заниматься. Вот. И здесь я обязательно рассмотрю, ну и в том числе по Белой горе отдельно тоже вопрос будет рассмотрен. Александр Сергеевич, давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли организована вывоз металлолома из поселка Черского? Так узнали из России, что из Текси было выведено значительное количество металлолома. Нам бы тоже хотелось очистить свой поселок. Спасибо. У вас металлолом да, да, я понял. Этот, ну, как я расслышал, там как раз вопросы вывоза металлолома из Черска в рамках Чистой Арктики. Ну, той программы, которая у нас в стране началась с 2021 года. И с 2021 года как раз Якутия активно подключилась. Булунский район, Тикси. Сейчас уже в нескольких, уже в 5 населенных пунктах Якутии это идет, эта работа в Арктике, как раз сбор металлолома, потом последующий вывоз. В этом году я вот тоже в Тикси был, встречался с волонтерами, которые приехали к нам не только из вот, внутри республики, но многие приехали из Москвы, работали. Замечательные ребята. Ну, вот представьте себе сидеть в Москве и просто вот, чтобы сделать нашу землю чище, люди приезжают к нам в Тикси и собирают металлолом. Вот. Здесь что я хочу сказать? Конечно, эти начинания надо поддерживать. Вот. Это раз. Второе, нам надо самим всем активнее в это включаться. Вот это же наша земля. Мы здесь живем, наши дети будут жить, внуки будут жить. И сидеть, и смотреть, и ждать, пока там вот из Москвы приедут замечательные девушки, юноши, и уберут, я считаю, что не очень правильно. Надо самим убирать. Ну, приедут, помогут. Это спасибо им огромное и честь и почет. Вот. Конечно, есть непростые вопросы, где уже и вот я, как глава республики, должен подключаться, вот в частности, по Тикси. Я считаю, что благодаря работе и этого проекта, и благодаря тому, что мы там все совместно отработали, мы ликвидировали угрозу экологической катастрофы. У нас корабль под названием «Днепр», куда с 80-х, 90-х годов еще сливались отходы нефтяные со всех кораблей, и который был потом заброшен и остался вот в бухте Тикси, он, к сожалению, ну, из-за действия времени, природных явлений, начал разламываться. И была очень опасная ситуация, когда вот это десятки тонн скопившихся там отходов нефтяных могли просто вот в бухту Тикси уйти. Были привлечены научные организации, которые сделали соответствующую, ну, как бы научную работу по методам очистки. Были привлечены ведущие научные организации, и в том числе наш НОТ-Север. И под его эгидой была организована работа сейчас вот, по как раз утилизации этих нефтяных отходов. Сегодня можно сказать, что уже прямой явной угрозы утечки нефтепродуктов уже нету. Мы оттуда все остатки уже убрали. Ну вот когда я был, там уже работа заканчивалась. Я уверен, что уже все уже практически завершено. Но в дальнейшем этот корабль, он уже практически безобиден. Но металлолом все равно оставлять нельзя. Мы очень надеемся, что решения будут приняты на федеральном уровне и будут проведены работы как раз по уже утилизации этих судов, которых у нас в бухте Тикси заброшенных 18 штук.
Вот. Что касается Черского, я точно скажу, что эта программа, она должна и в ТИКСе, и не только в ТИКСе, и вот в других населенных пунктах работать, но она и заработает у нас и в Черском, заработает у нас с 2025 года. Но я вот очень прошу, вот девушка, которая звонила, тоже не надо ждать, пока вот самим надо включаться. В Черском живут тоже очень активные, хорошие люди, активная молодежь. Самим подключиться и помочь вот этот весь металлолом убрать. Ну, а по вывозу ее мы всегда подключаем и недропользователи, и наши транспортные компании. Уверен, что мы общими усилиями металлолом оттуда будем более активно убирать. Александр Сергеевич, еще один телефонный звонок. Дозвонились из Момского района. Добрый вечер. Вы на связи. Добрый вечер. Из Момского района, Анна Иннокентьевна. Асен Сергеевич, хочу поблагодарить за мобильных врачей. В этом году в первый раз прошли узких специалистов, не выезжая из села. Врачи побывали даже в оленеводческих стадах. Хорошо бы и лечение проходить на месте. Хотя бы по несложным болезням, по которым не нужны операции. Или будем дальше со своими диагнозами ездить на лечение в Якутск. Спасибо. Спасибо большое, Анна Иннокентьевна, за хорошие теплые слова. Конечно, вот программа «Мобильный доктор» в Арктике, да, это та программа, по которой я вообще ни одного отрицательного отзыва ни от кого не слышал. Вот. И цифры сами говорят за себя. Мы за прошлый год охватили треть населения Арктики именно вот такими осмотрами. Во всех населенных пунктах побывали вот эти бригады. 7 бригад выезжало. В результате этого выявлены у людей, знаете, вот десятки, сотни заболеваний, о которых люди вообще даже не подозревали. Это значит, что спасли жизнь людей. Мы видим, что сейчас за год уже значительно сократилось количество санрейсов, вызовов скорых и так далее, потому что люди уже получили полноценное исследование, обследование, получили курсы назначения, и по ним уже проходят и на местах лечения, так и, соответственно, уже нет острых приступов, которые требуют оперативного вмешательства. И самое главное, у нас по Арктике за год, всего лишь за год, да, удовлетворенность людей здравоохранением с 30% выросла до 60%. Это не мы проводим опросы, это другие федеральные службы проводят. И вот по Арктике, ну, это реальная уникальная ситуация, которую можно объяснить только тем, что вот в прошлом году у нас эта система заработала. Она и дальше будет продолжать. Более того, мы сейчас ее расширяем, потому что труднодоступные территории села у нас есть не только в Арктике, но и в других наших районах. И сейчас туда тоже уже эти бригады выезжают. Что касается телемедицины, мы будем это дальше развивать. Очень надеюсь, что в скором времени у нас проект вот «Синергия Арктики» будет реализован. Оптоволокно у нас придет уже во все арктические районы. И тогда возможности по телемедицине еще резко вырастут. Так, и это тоже, конечно, повысит качество оказания различных медицинских услуг. Ну и, конечно же, вот то, о чем Анна Иннокентьевна сказала по хирургии. Мы сейчас запустили программу «Мобильный хирург». Вот. У нас сейчас специальные бригады ездят не только это в Арктику, они ездят в другие наши районные центры, даже в города, крупные наши города, такие даже как, например, Нерингре, где заранее готовят специалистов. Специалисты готовят заранее пациентов, назначения уже все, уже, ну, как бы истории болезни заранее в Якутск передаются, и хирургические бригады там на месте уже делают операции. Самые разные, те, которые нужны именно тому или иному району. Таких операций уже, ну, вот как по итогам 8 месяцев мне докладывали, их уже свыше 300 сделано. Вот, это реально тоже большая помощь. Я вот в Нерингре был, люди мне благодарили за то, что вот раньше за такими операциями им приходилось ездить в Новосибирск, а то и дальше. А сейчас это уже вот такая помощь им в Нерингре оказана. Уверен, что и в Момском районе такие выезды будут, и необходимость, если будет хирургическое вмешательство, которое можно в условиях ХАНУ сделать, то она будет там оказана в обязательном порядке. Василий Сергеевич сообщает, что еще один звонок есть. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. Василий Сергеевич, я говорю. Здорово, Лора. Бу Сергей, в эфире день. Моя вахта говорит. Мин бэм, хадабна техм барум. Бу кандики бирема
нехилектерге вилелемет жон нахар бәтеп. Эти үксүлере детское пособие нанырылдыр. Оны эти мандык тетек марам. Эти детское пособие нанырылдыр лучше социальный контракт ем барди. Оны поддержка лылдыр олдар жон били бәтін жоғатын ахан қайтығын тәрімден ден. Жон үліктәк, же туын керге, же кергенін итектәк болды. Хем бир оғылар ладықтыра, посылымды тоқту. Мен бейі қобыра, бәк олақы ол ағатамын. Бұлырын социальный контракт, нүңге договор төрісен, бәрім жоғын тәрінен бірген бұл әтенге жүй бағы күрлей жауын. Сөп, мақтал. Мақтал, Филипп. Ән социальный контракты төрсенген қатшығын тоқы тоқымы кіні? Мен білген тоқ мастерской аспытым, ұғанауын мағанан. Онан те мебел, стол, пос, ең орымын. Түхе қатшы бар бұты государствыттың еті контрагына? Государствыттан 500 тігінші бетбеттірі. Олында ол инструмен, бизнес проект орымын, бартын көмірсік әмін бұтым. Оны бұл сыл болын әрі ләптім, жө бағыз күлдейді деуін. Дәбәт, үліғар ұлыққан сетігіні жоңғар әргәрді. Мақтал ұлыққан. Оны үйте үші бай әті епетін әне мен ұлыққан мақтал. Отец многодетной семьи, вот сейчас звонил, у него какая идея? Говорит, Сергей Сергеевич, многие сейчас живут на детские пособия, а это реально, пособия у нас выросли, поэтому я знаю такую ситуацию. Говорит, давайте лучше детские пособия не надо выдавать, а давайте переводить на систему социальных контрактов. Вот, я говорю, человек должен работать обязательно, сам себя обеспечивать, детей обеспечивать. Дети, говорят, потом вырастут, пособий не будет, а как тогда дальше жить-то, так? Я, конечно, такую постановку радикальную, наверное, не поддержу, да, но и пособия должны быть, и социальные контракты должны быть. Мы по линии вот как раз борьбы с бедностью эту программу будем усиливать. Мы на эти цели направляем сотни миллионов рублей. Вот контракт реально, он, например, получил 500 тысяч рублей. Есть те, кто получает меньше, направляют на различные тоже направления, которые позволяют им личное подсобное хозяйство развивать. Или вот как в его случае он изготавливает мебель. Вот. И, конечно же, это самый надежный способ, когда мы даем не просто вот пособие на сегодняшний день, а они пособие получили и получили. Так? А вот даем возможность людям создать свое дело, чтобы он у себя в деревне, в городе создал какой-то микробизнес, мог себя обеспечивать, мог семью обеспечивать, что-то зарабатывать. Так? Это и воспитывает и детей, прививает им любовь к труду. Это и, конечно же, для семьи, конечно, самый, еще раз говорю, надежный такой источник дальнейшего развития. Поэтому я его поблагодарил за очень такой хороший, верный подход, за то, что он не побоялся вот этим собственным делом заняться. Так? Наоборот, таких людей надо поддерживать. Я очень надеюсь, что таких людей у нас и на селе, и в городах будет больше. Потому что мы реально должны людям давать возможность самим обеспечивать себя, давать им возможность работать, получать доходы. И, конечно, вот система социальных контрактов, она у нас, кстати говоря, не только для молодых людей, так она у нас, кстати, и для пенсионеров есть, для переучивания и потом уже открытия возможности своего какого-то тоже микробизнеса. Поэтому это правильное направление, и мы его будем только дальше поддерживать и развивать. Именно через социальные контракты в рамках реализации моего указа по борьбе с бедностью. Асен Сергеевич, самое яркое событие лета – это, конечно же, прошедшие игры «Дети Азии». Игры «Дети Азии» показали, насколько мы любим и ценим наши игры, и как мы по играм соскучились. Давайте вспомним, как это было. Якутия достойно представила нашу страну на международной спортивной арене. Еще раз подтверждена значимость игр, инициированных первым президентом Якутии Михаилом Ефимовичем Николаевым для позиционирования России как великой спортивной державы, открытой для партнерства и сотрудничества. И сегодня игры «Дети Азии» – бренд России мирового уровня, а Якутия – колыбель игр, которая достойно развивает заветы первого президента. Я очень мечтал об этих играх, и проводились отборочные в течение 2 годов, с
2022 года. По представленности стран, числу участников, а также масштабу спортивной программы, игры стали крупнейшими детскими соревнованиями в мире на уровне национальных сборных в 2024 году. Соревнования, ну, понравились, особенно открытие самих соревнований, выступление было хорошее и поздравили нас хорошо, ну, то есть зрители. За 28 лет игры внесли значительный вклад в развитие не только отечественного, но и мирового спорта и олимпийского движения. А это 17 тысяч выпускников игр, 37 призеров и участников олимпийских игр, которые стали мощным инструментом народной дипломатии. Я участвовал в 2004 году, это третьи игры, когда я, к сожалению, проиграл, без медали остался, но для меня был это один из первых шагов в большой спорт. Это дети Азии, это как олимпийские игры среди детей. Игры дали якутянам чувство единения. 111 завоеванных наград, вера в свои силы и стремление к победам. Каждый член команды из республики стал ее героем и гордостью. При этом у наших ребят были реально сильные соперники. Многие государства были представлены первыми сборными стран. Конечно, счастлив. Ну, я пока не понял, то, что вообще выиграл. В таких международных я первый раз участвую. Вообще очень круто. Атмосфера вообще... Игры стали импульсом для развития туристического сектора, гостиничного и ресторанного дела, сферы обслуживания для движения волонтерства. К 8-м играм «Дети Азии» были привлечены волонтеры из зарубежных стран и регионов России. Все они работали по 19 различным направлениям при организации и проведении игр. Очень классное мероприятие, очень рада, что приехала сюда именно в качестве волонтера, потому что это мой первый международный опыт, и эмоции просто переполняют на самом деле. Все очень здорово. Традиционные ценности и самобытная культура многонациональной Якутии нашли отражение в церемониях открытия и закрытия игр, богатой культурной программе. Александр Сергеевич, ну ранее вы говорили, что «Дети Азии» — это не просто спортивный проект, его значение намного шире, это и в спорте, в культуре, в народной дипломатии, молодежной политике. Как республика планирует распорядиться вот наследием игр? Конечно же, сегодня игры «Дети Азии» — это достояние не только Якутии, это достояние всей нашей великой страны. И вот то, что мы, несмотря на все противодействие вот ряда западных стран, которые звонили нашим друзьям, партнерам в Азии и рекомендовали настойчиво так не участвовать в этих играх. Мы об этом знаем, они сами нам, вот наши партнеры азиатские рассказывают про это. Мы смогли провести, несмотря на все это противодействие, самые крупные спортивные соревнования на уровне национальных сборных среди детей вообще в мире в 2024 году. Это вот как раз показатель и авторитета и нашей страны, и вот наших игр «Дети Азии», как, знаете, настоящих соревнований, чистых, честных, дружелюбных, где во главу ставится мир, где дружба между спортсменами, она не просто на словах, а на деле, где честно судят, вот, прививают детям любовь к спорту, любовь к своим соперникам, к дружбе между с соперниками в спорте, которые становятся друзьями по жизни. Вот. И я вот, ну, после проведения игр уже встречался с многими их участниками, встречался с руководителями из стран, которые отправили свои делегации, руководителями регионов, дети которых российские, которые участвовали здесь. У всех самое высокое мнение о проведении этих игр и об уровне, о организации, о качестве игр. Так? Ну и, конечно, об идее этих игр и о том, будущем хорошем, которое у игр «Дети Азии» есть. Вот совсем недавно я из Казахстана приехал, мы с президентом Токаевым встречались, он тоже очень высоко оценивает участие казахской сборной в играх и вообще в целом авторитет наших игр. Вот вчера я встречался с генконсулом Узбекистана, они вообще своих детей считают национальными героями уже, потому что они выиграли «Дети Азии». Так? И, конечно, мы и дальше будем этот наше достояние, которое пришло к нам еще от нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который в далеком еще 96-м году первые игры в Якутске здесь провел. Конечно, будем дальше развивать и делать все, чтобы вот этот
бренд, эти игры «Дети Азии» только укреплялся, только развивался и всегда был символом вот чистоты в спорте. Арсений Сергеевич, «Дети Азии» вновь показали о том, что в Якутии очень много талантливых детей не только в спорте, но и в культуре. Сейчас вся республика болеет за Еву Тихонову, ей 12 лет. На международном вокальном конкурсе «Ты супер» она собрала голоса всех членов жюри и была признана лучшей. Скажите, Арсений Сергеевич, а вы за нее болели? Я, честно говоря, не болел, но вот недавно в одном из телеграм-каналов прочитал про нее, посмотрел. Мне, конечно же, очень радостно, что наши дети настолько талантливы, так, и они могут себя проявить на любом уровне, и российском, и мировом уровне, я уверен. Так. И, конечно, желаю ей победы. Насколько я знаю, она сейчас уже в полуфинал вошла. Вот, дай бог, и в финал войдет. Ну и, конечно, с удовольствием, надеюсь, мы ее увидим. В том числе у нас новогодняя елка будет главы республики. Очень надеюсь и приглашаю ее. Болеем всей республикой. Арсений Сергеевич, в этом году несколько населенных пунктов оказались в опасности из-за лесных пожаров. Вот как вы оцениваете итог прошедшего пожароопасного сезона и работу всех служб? И какие изменения по организации пожаротушения ожидаются в следующем году? Пожароопасный сезон этого года, он был крайне тяжелый. На самом деле, с точки зрения климатических условий, по ряду районов он был даже гораздо хуже, чем 2021 год, когда у нас сгорело вот очень значительное количество лесов. Но вот благодаря тому, что вот как раз мы после 2021 года очень внимательно, тщательно, вместе с Министерством природных ресурсов, лично министром Александром Александровичем Козловым, с руководителями Федерального агентства лесного хозяйства, со всеми нашими службами здесь, очень внимательно, прямо вот с карандашом по каждому пункту все наши ошибки, все наши недочеты посмотрели, так и федеральные, и региональные, и муниципальные. Поняли, где у нас проблемы есть, где у нас наиболее опасные направления. Вот. Поддержал нас президент, тогда все очень серьезно увеличил финансирование так в разы по охране лесов именно в Якутии. Это нам позволило вот, на самом деле реально увеличить и штатную численность лесопожарных формирований Якутии, очень серьезно усилиться по технике, вот, открыть новые авиаотделения, более оперативнее реагировать на вопросы, связанные с тушением пожара в первые сутки после их возникновения. Более оперативно нам стали перебрасываться федеральные силы на помощь. Тут же объявление федерального ЧС стало проще, да? Это тоже для нас очень важно. Вот это все позволило нам в этом году, несмотря на все сложности, очень достойно пройти этот лесопожарный сезон. Да, конечно, были непростые дни, ночи вот, по Белой горе, по Сайды в Верхоянском районе, по Верхневлюйску, по нескольким населенным пунктам тоже так приближался пожар, особенно если вот там пожары в районе Иргюте. Конечно же, Алекминский район у нас, он, к сожалению, вот как начал рано гореть в конце мая, в начале июня, так и из-за крайне таких тяжелых погодных условий практически вот, ну, до конца августа пожары продолжались. Но вместе с тем мы все населенные пункты отстояли, мы четко понимали, как мы должны работать, и в даже самые тяжелые моменты мы понимали, что мы населенные пункты точно отстоим. Вот. Оперативно перебрасывались силы, оперативно усиливалась группировка, в том числе и МЧС, авиация МЧС тоже здесь отработала от А до Я. Ну и, конечно, нам очень помогли наши самолеты-зондировщики. Я считаю, что это было очень правильное решение республики, когда мы попросили возможность вот такой эксперимент провести по вызыванию осадков для снижения класса пожарной опасности. И это показало себя очень неплохо. Но при этом, конечно же, ну вот мы видим, что климат, к сожалению, он меняется. Засуха и жаркая такая погода, она во многих районах стоит, в том числе и в арктических даже. И я, когда вот президент приезжал, обратился к нему с просьбой поддержать нас по, опять же, по увеличению финансирования, для того, чтобы мы могли тушить пожары на большей площади. Президент очень внимательно меня тогда выслушал, дал соответствующие поручения. Ну и вот на следующий год у нас увеличено финансирование федеральное. Если в этом году у нас базовое было 1,6 млрд на охрану лесов от пожаров, то на следующий год у нас 2,7 млрд. Эти средства дополнительные будут направлены на
создание и укрепление новых авиаотделений, в первую очередь на юго-западе, в Ленском районе, вот, в Витиме, в Алекминском районе будет еще укрепляться так авиаотделение. Ну и, конечно же, будет финансироваться более так плотно, полно авиамониторинг, ну и средства на непосредственно уже само тушение пожаров. Поэтому я очень надеюсь, я даже скажу, я уверен в том, что мы следующий сезон встретим более подготовленными. И очень надеюсь, что мы пройдем этот следующий сезон, ну, лучше, чем предыдущий. Берем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Маннык бегуматар установкалар республикатын улустарга тарганы едуа. Ден бапуластақтын онна негетин маннык манна туақ жа биланнар бағларын істеқтін бағаран. Мақтал. Мақтал. Мақтал, Анна Зиновина. Конечно, вот вопрос, который она, наша телезрительница задала, Анна Зиновина Шишигина из Амгеи, он реально людей серьезно беспокоит, это как раз борьба с мусором. Так? И она говорит, что видела и слышала, что сейчас уже мусор в специальных установках сжигают полностью. Привела пример Чукурдаха, Депутатского, ну и спрашивает, когда это будет распространяться и по другим районам республики. Конечно, вот этот метод, термический метод уничтожения отходов в современных сжигательных установках, он очень, знаете, с точки зрения экологии даже очень безопасный. Вот Чукурдахи уже работает, в Депутатском работают. Самые положительные отзывы со стороны населения, со стороны надзорных органов. Да и сам я вот в Чукурдах приезжаю каждый год, вижу, что поселок реально очищается от мусора, вот, который там, ну, реально раньше было его очень много. И учитывая все это, конечно, вот такие установки, они уже сейчас приобретаются и будут ставиться в других, ну, пока арктических районах. Потому что там как раз у нас наиболее сложная ситуация, вот как раз сбора мусора, утилизация мусора в дальнейшем. Потому что на то же создание полигонов мы должны там тратить просто астрономические цифры, миллиард рублей в каждом населенном пункте. И до конца 2025 года еще несколько установок будет введено, в том числе вот как раз я в Среднеколымском районе был на прошлой неделе, мы встречались там с руководителями компании, которая занимается вот этой установкой и эксплуатацией этих установок, которая берет их в аренду и, ну, у ГУПа ЖКХ и занимается как раз этими вопросами. Там, конечно, есть много вопросов, связанных с тарифами, связанных с субсидированием этих, этих работ. Ведь эти установки потребляют, ну, достаточно большое количество топлива. Так, солярки, и особенности в зимний период, когда вот мерзлые отходы привозят, они должны, ну, их полностью сжечь, и реально эти установки их полностью уничтожают, так, мерзлые даже отходы. Но при этом, конечно, вот затраты топлива достаточно значительны. Мы эту систему будем дальше поддерживать. Конечно, вот по субсидиям, по размеру выплат и по тарифам это работа правительства, Министерства ЖКХ, Госкомцен, чтобы такой баланс найти. С другой стороны, чтобы реально снижать количество мусора, но при этом, конечно, там превращать это в такую достаточно затратную, серьезную статью бюджета мы тоже не имеем никакого права. Но еще раз говорю, экология очень важна для нас. Вопросы экологии – это для нас первейшая задача. И мы это обязательно будем решать. Ну а что касается Амгии и других наших населенных пунктов, там тоже соответствующие работы будут проводиться. Где-то, может быть, мы пойдем и на вот термическое уничтожение отходов. Где-то, может быть, мы все-таки сможем уже какую-то первичную переработку, вторичную, точнее, переработку вот мусора проводить и все-таки идти на то, чтобы вторсырье извлекать и его максимально вторично использовать в пользу нашей экономики. Александр Сергеевич, звонков поступает очень много. Давайте послушаем еще один. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Меня зовут Наталья Храмцова.
У меня продуктовый магазин и 3 семерки. Много говорят о поддержке бизнеса, но совсем недавно решили, что мы усвоенщики. И теперь должны платить НДС. Это отразится не только на предпринимателях, но и на ценах, которые и так растут. Что отразится на конечном потребителе-покупателе. Скажите, пожалуйста, что планируете делать, как поддержите малый бизнес? И вообще, будут ли меры поддержки? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я вот с предпринимателями встречаюсь, и, конечно, вот это введение НДС для тех, кто платит УСН, и у кого доходы превышают 60, ну, оборот превышает 60 миллионов рублей в год, конечно же, ну, волнует людей, волнует предпринимателей. Хотя по количеству это вроде бы не очень значительная категория налогоплательщиков УСН, но с точки зрения их влияния в целом на малый бизнес, в целом на предпринимательство и обеспечение наших населенных пунктов товарами первой необходимости, конечно же, они играют очень серьезную роль. Так, и налоговая нагрузка на них значительно возрастает. НДС – федеральный налог, он уходит в федеральный бюджет. Ну и затраты малого бизнеса где-то, на мой взгляд, вот по налогам вырастут практически в 2 раза, именно по тем, кто платит НДС. Но ведь даже для тех, кто не платит НДС, для тех, у кого доходы будут меньше 60 миллионов рублей в год, они тоже косвенно пострадают. Почему? Потому что они же в основном как раз вот эти свои товары покупают у оптовиков, которые уже будут платить НДС. У крупных продавцов. И в конечном итоге куда это выльется? Это выльется в то, что вырастут цены. Вот. И, безусловно, мы здесь должны с одной стороны исполнять закон, то есть там различные серые схемы ухода от НДС, там дробление бизнеса и так далее, это будет жестко пресекаться контролирующими органами. С другой стороны, мы должны делать все, чтобы малый бизнес поддержать. И здесь достаточно серьезная дискуссия идет. Муниципалитеты, в первую очередь вот город Якутск, Мирнинский район, они, конечно, настаивают, чтобы ставки налогов они и дальше росли. И в этом году у нас, например, 4,4%. Они просят, чтобы следующий год у нас, ну, решение уже такое есть, 6% было. Вот. Но здесь надо, конечно, понимать, что у нас малый бизнес может нагрузку серьезную, ну, может его подорвать. У нас ведь, не будем забывать, очень высокая сегодня учетная ставка Центробанка, она уже 19%, и в итоге кредиты, ну, 23, 24, 25% уже, так. И, конечно же, это все ложится в конечном итоге на потребителя. А мы все должны делать, чтобы все-таки мы вот это резкое повышение цен не допустили. Я поэтому буду предлагать правительству, чтобы мы не увеличивали ставки налогов, так, вот с 4,4, которые сейчас действуют по УСН. Более того, я буду предлагать, чтобы мы их уменьшили со следующего года до 4%. И надо договориться, пусть это будет не просто так, но договориться, чтобы мы их не трогали, например, 5 лет. Вот. Ну, чтобы у людей тоже была стабильность определенная, и у муниципалитетов тех же, чтобы они четко понимали, сколько средств поступит, так. Ну и чтобы малый бизнес тоже мог свои расходы, по крайней мере, в части тех налогов, которые они платят здесь, в республике, муниципальные бюджеты, чтобы у них тоже очень четкая ясность была. Вот. Ну, я вот такое предложение обязательно буду вносить. Еще раз посоветуемся с предпринимателями. Я сейчас по просьбе Координационного совета по предпринимательству буду с ними уже чаще встречаться. Вот буквально несколько дней назад тоже мы такое мероприятие провели. Там тоже вопросы по налогам звучали. Вот, и поэтому, наверное, вот такой подход у нас будет выработан. Ну а дальше, конечно, будем смотреть и с точки зрения уже поддержки по тех направлениям, которые социально ориентированный бизнес, по каким-то вопросам, связанных и с завозом, если есть необходимость, поддержка такая же, как и в 2022 году, будет с нашей стороны оказываться. Арсен Сергеевич, еще один телефонный звонок возьмем. Добрый вечер, вы на связи. Здравствуйте.
Бихи кооператив пыт үт әт ағыңырын тағарытын үксетергә бұрайық ұңырғыджар. Бүйінгі күнге бұрайық пыт ұңырғылан кеметасын ағытын сәғығырғыджар. Мен бапырағым ден бұл маннық бұрайықтар олыққы кереллерігер қанның қайысқанан өйегіл ұлықтарын сәбей. Мақтал. Мақтал болын, Надежда. Вопрос, который вот телезрительница задала, касается вопросов поддержки сельхозпроизводства. В Тюнгюлю они сейчас разрабатывают проект по развитию переработки сельхозпродукции. Ну и такой важный для них вопрос, какие меры здесь поддержки могут быть оказаны на уровне государства. В моем указе по поддержке местного производства как раз одной из таких серьезных основных базовых форм является создание территории местного производства. В свое время мы эту идею очень плотно обсуждали вот как раз с Михаилом Ефимовичем Николаевым, первым нашим президентом. Я советовался с ним. Он тогда всецело поддержал, просил меня как раз поддержать его родной Хангаласский улус. И вот как раз первая такая территория местного производства у нас была создана в Хангаласском улусе. И, по-моему, как раз по весне вот Петр Андреев звонил. Как раз он был первым резидентом территории местного производства в Хангаласском улусе с его проектом по эко-отелю, по гостиничным услугам. Сейчас таких территорий уже создано несколько в разных районах республики. Они активно развиваются. Там предоставляются и налоговые льготы, льготное оформление земельных участков, различная помощь со стороны муниципалитетов, в том числе по имущественной поддержке, по налоговым вопросам. Ну и, конечно же, мы, когда вот средства бюджетные направляем, конечно же, тоже заинтересованы в том, чтобы на этих территориях именно у нас сельхозбизнес, развитие производства местной продукции активно развивалось. Что касается Мерина Кангаласского улуса, мы в конце августа совещание инвесткомитета провели, я им лично руковожу. Там как раз была заявка Мерина Кангаласского улуса по созданию такой территории местного производства. Называется оно Саен, Лето. Вот, объединяет территории нескольких наслегов, в том числе Тюнгюлю, там Майя, Хара, другие. И сейчас правительство должно в течение месяца-двух уже соответствующие решения выпустить. Очень надеюсь, что они все пройдут нормально. Район соответствующую работу большую провел. Дмитрий Иванович Тихонов, глава района, плотно в эту тему вовлечен, занимается им. И уверен, что у Мерина-Кангаласского улуса, в том числе и у этой территории местного производства, конечно, учитывая их и расположение территориально очень хорошее, хорошие, прекрасные традиции сельскохозяйственные. Конечно, должно все получиться. Мы обязательно их поддержим. Ну и Надежде большое спасибо за то, что, несмотря на все сложности, они сегодня занимаются реализацией таких важных, нужных проектов для наших жителей, таких как развитие местного производства, местной сельхозпродукции. Поступило сообщение с благодарностью вам, Айсен Сергеевич, за работу онкологического диспансера. Хорошее диагностическое оборудование, внимательные доктора, комфортные условия, пишут нам. Центр работает всего полгода. Вот каковы его итоги? Знаете, итоги замечательные. Мы его открыли 4 февраля с участием президента ПВКС. Хирургическое отделение у нас вообще заработало с июня месяца. Так вот, мы, если сравнивать июнь-август этого года с аналогичным периодом прошлого года, то у нас высокотехнологичных операций стало больше на 50%, операций просто стало больше на 40%. Вот год к году, да, поликлиника обслуживает уже где-то процентов на 20 больше людей, чем за тот же период прошлого года. Конечно же, вот повысилось количество, знаете, операций, которые мы здесь никогда не делали, и которые люди, если диагноз такой тяжелый ставился, то были вынуждены ехать уже в другие регионы, вот, в том числе вот ангиографические. Где-то месяц назад был в онкодиспансере, знакомился с работой, еще как работают. Мне показали работу интегрированной наших операционных, когда прямо
в режиме реального времени врачи в других институтах даже могут видеть, как идет операция, давать какие-то оперативные советы. Тут же сразу весь комплекс вмешательства, какой нужен, как надо делать, какие лекарства и так далее. Все в таком режиме автоматическом все идет. И, конечно же, это, ну, и врачи сами говорят, и пациенты благодарят. Это совсем другой уровень. Так? И многие ведущие онкологи нашей страны, с которыми я встречаюсь, они и мира в том числе, да, вот приезжали тоже недавно, они все в один голос считают, что вот наша онкологическая служба, она всегда считалась такой сильной, хорошо подготовленной, но вот сейчас с получением вот такого замечательного онкологического диспансера, она, конечно, уже выходит на передовые позиции вообще в нашей стране. И я рад, что нам удалось при поддержке президента нашей страны, особо отмечу председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая тогда меня очень серьезно поддержала, когда мы выступали в Совете Федерации по вопросам финансирования, начального финансирования. И вот благодаря вот тем решениям у нас сейчас такой замечательный комплекс появился, который уже сегодня спасает без преувеличения сотни человеческих жизней. Озвучу еще один вопрос из чат-бота. Здравствуйте, живу в Жиганске. У меня 5 детей. Младшему ребенку 4 года. 20 сентября на приеме у педиатра нам отказали в выдаче бесплатного рецепта. Что делать? Я очень прошу министра здравоохранения Лену Николаевну Афанасьеву, надеюсь, что она эфир смотрит, посмотреть, ну и помочь. Такие вопросы надо сразу решать. Мы... Конечно, проблемы с финансированием есть, они всегда у нас возникают, там средств не хватает, в том числе по обеспечению лекарствами, так, но здесь надо решать очень быстро. Я попрошу ее решить, потом доложить мне. Василий Сергеевич, еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здорово, Ларон. بيه بوسن تارو لوهن الجاين هلي جدا البخ والله هو بنت ترجع كركن في البيت تجنن تو هنان بو بلرين عتان بيه خي جاين هلي جر اكسترا شيء ما كلو بدور تو كارلو كنا تياتر كارلو بتا onan bihige bo jokuska yolak daftarın kısıta tebistenge haqalı, nüçalı, kimeler premieraların tebistenge görül bitmen bihige uyerebit. Onna bu çok astangın ehliyetlerime gelen görüller. Бу проект олуқа кейіп бітінен олуқтақтара аттарда мақтана бұд. Онына имекетін дағыны бұ проектіне үші атын хелектерге кейлергер мақтана бағара бұд. Мақтал болуын, мақтал. Позвонила жительница села Эльгей из Сунтарского улуса. Благодарит за проект, который у них реализован по проектор «Экстрасинема» был установлен у них в Доме культуры. И говорит, замечательно, мы сейчас наряду, наравне вот с жителями Якутска видим новинки якутского кино. Жители из других сел приезжают, тоже смотрят. Ну и благодарит за проект. Конечно же, это очень хороший проект. Это реально проект как раз вот технологического суверенитета страны. Ведь многие не до конца понимают, но вся система кинопроката в нашей стране, она построена, была до недавнего времени как раз на американских стандартах. И то, что вот сейчас, например, IMAX по стране не работают, это как раз связано с тем, что где-то в Америке кнопку нажали, и IMAX в России перестали работать. Вот. Сейчас вот другой стандарт американский работает, но при этом они, конечно, многие надеются, что вот все пройдет, и Голливуд вернется, и мы тут опять все будем жить как по-прежнему. Я считаю, что в таком важном, идеологически важном, духовно важном направлении, как киноискусство, как киноиндустрия, конечно, у нашей страны с ее богатейшими традициями в кино, в том числе, должен быть свой суверенитет. И как раз вот наши якутские разработчики, компания «Экстрасинема» во главе с Петром Черяевым, они этот суверенитет могут обеспечить. Потому что как бы над ними там не смеялись некоторые товарищи, так, но это реально проектор, который создан по новым стандартам, которые полностью российские. И сейчас он уже поддерживается реально вот тем же агентством стратегических инициатив. Он входит сейчас уже в проект научно-технологической инициативы
выделены средства. Сейчас в Якутске уже появился цех, где большое количество этих проекторов может делаться и делается уже. Вот в начале октября, 4 октября, мы открываем уже 40 кинозалов по республике. Сейчас они проекторы сделаны, направлены, сейчас идет переоборудование. И вот как раз 4 мы запустим одновременно 40 кинозалов. Вообще задача поставлена президентом. До 30 года 900 таких кинозалов по стране в малых населенных пунктах открыть. Ведь если так подумать, у нас же кинотеатры, вот, которые по американской технологии показывают кино, они же только в больших населенных пунктах, крупных городах. Например, в Якутске работают. Так? А там, где касается малых населенных пунктов, где нет такого бизнеса для них интересного, они не входят. А почему жители вот того же Эльгея должны быть лишены возможности смотреть новинки кино? В том числе якутского. Да? И вот как раз появление этого стандарта экстра-синема, оно позволяет нам вот это обеспечить. И мы, несмотря на все противодействие, будем это продвигать и дальше. Я уверен, что мы и малые населенные пункты, и крупные населенные пункты рано или поздно вот, уже на новый современный российский стандарт будем переводить. Кстати, вот глава государства одобрил инициативу строительства кинопавильона полного цикла. Он позволит, как вы подчеркивали, круглогодично снимать и создавать фильмы. И, кстати, якутский кинематограф тоже сейчас отражает героический характер нашего народа. Вот сейчас наши режиссеры совместно с коллегами из Запорожской области заканчивают фильм о специальной военной операции. Когда мы его увидим? Конечно, наши кинематографисты... И сейчас вот продолжают снимать замечательные фильмы, которые приносят призы на международных различных кинофестивалях. Вот я президенту рассказывал, он был очень приятно удивлен и восхищен. За прошлый год из всех призов, завоеванных российскими фильмами на международных кинофестивалях, якутские фильмы принесли 25%. То есть четверть призов на различных международных кинофестивалях российского кино – это якутские фильмы. Вот. И сейчас вот, ну, тот же фильм «Легенды вечных снегов» раз за разом уже побеждает. Так, «Там, где танцуют стерхи» – замечательный фильм, тоже уже победитель ряда фестивалей. Вот «Чума Давыдова» тоже уже международные фестивали выигрывает. И я уверен, что и другие наши фильмы будут также побеждать и пользоваться большим успехом. И как раз исходя из этого, губернатор Запорожской области Александр Болицкий вот, где-то с год, наверное, назад предложил мне, говорит: «Айсен, помоги нам снять фильм». Я встретился с его командой. Очень хороший сценарий был подготовлен, совместный, как раз про специальную военную операцию, про человеческие отношения, которые в ходе нее возникают, различные ситуации жизненные. И я не знал, но Болицкий человек такой военный, решительный. Он, когда мы с ним договорились, он прямо с письмом пошел к президенту, получил визу на поддержку этого фильма, так, на снятие этого фильма. Мы поработали здесь рядом организации, компаний крупных. Они помогли, из бюджетов выделили Запорожье и нашего. Сейчас съемочная часть фильма уже закончена. Съемки все закончены. Сейчас идет работа здесь у нас в Якутске над постпродакшеном. Подготовка к выпуску. Фильм будет называться «Алдан». Ну, это вот позывной как раз воина нашего якутского. Фильм, ну вот по крайней мере то, что я видел, тизер вот в общем еще такой очень крутой может выйти. Дай бог. Ну как раз наши лучшие сейчас операторы снимали его. Сейчас вот Кольцов, который рядового Чарина снимал, как раз постпродакшеном занимается. И мы планируем все-таки где-то до конца года, ноябрь, может, начало декабря, премьера его в Москве уже будет. Снимались там, кроме наших актеров, там замечательный состав российский. Там Дюжев снимался, Хлобыстин снимался, вот этот американец Монсон, который российское гражданство принял, тоже снимался. Так, то есть там такой очень, я бы сказал, звездный состав с точки зрения актеров. И сам сюжет фильма тоже прекрасный. Поэтому очень надеюсь, что этот фильм будет иметь большой успех. И он, конечно, очень важен, особенно в наше время, потому что, конечно же, именно через кино вот, дух времени тоже должен передаваться.
Что ж, Айсен Сергеевич, очень сильно ждем этот фильм. Спасибо большое за ответы. Мы работаем в прямом эфире уже 4-й час. Давайте подведем итоги. Сколько всего вопросов поступило? Слово вам, Марферина. Всего поступило порядка 1400 вопросов по всем каналам обратной связи, и вопросы все еще продолжают поступать. Наиболее часто жители республики задают вопросы по строительству жилья, переселению из аварийного фонда, газификации, ЖКХ и благоустройству. Больше всего поступило вопросов у нас из Якутска, Ленского, Нерюнгринского, Мирнинского, Алданского и Хангаласского районов. Студия. Спасибо большое, коллеги, за работу. Айсен Сергеевич, традиционный блиц? Не, ну прежде чем к блицу перейдем, я вот хочу сказать, что спектр вопросов, которые людьми задается, он как раз показывает наличие тех или иных проблем. Вот почему сейчас очень много вопросов по аварийному жилью. Вопросов много, потому что на уровне страны пока еще не определен порядок вот дальнейшей реализации программы переселения людей из аварийного жилья. Ко мне тоже многие пишут, вот у нас аварийный дом с 2019 года. Там, с 2018 года, так, когда нас переселят? У нас пока ответа на это нет. Но вот как раз в рамках нового национального проекта ответ обязательно будет. И обязательно будет переселение. Только на каких оно условиях будет идти, в каких объемах, какие сроки, пока мы сказать не будем. Но поверьте мне, правительство страны над этим работает. И уверен, что уже в ближайшие месяцы все-таки понимание, ясность в этом вопросе у нас у всех будет. И мы будем и дальше заниматься переселением людей из аварийного жилья у нас в республике и в целом стране. Давайте ну а теперь давайте, если блиц, то давайте блиц. Давайте я начну. Мы здесь подготовили 8 вопросов, Айсен Сергеевич. Айсен Сергеевич, что вас вдохновляет? Вы знаете, меня всегда вдохновляют наши люди, якутяне. Вот я сколько не езжу, сколько не встречаюсь, вот сегодня встречался с нашими ребятами в школе 21, так, молодыми уже, встречался с ребятами в лаборатории искусственного интеллекта, которую мы сегодня открыли вместе со Сбером. Ну просто, когда общаешься с этими ребятами, ну просто вот реально вдохновляешься. С воинами нашими специальной военной операции разговариваешь и тоже вдохновляешься, ты понимаешь, что вот, вот они настоящие герои. Члены их семьи, я вот по районам езжу, к семьям заезжаю, чай пьем, разговариваем. Ну, простые люди, но это тоже герои. Потому что, ну, понятно, какая на них сейчас тяжесть, какая сложная у них ситуация, но реально, реально прекрасные люди. И реально вот они меня вдохновляют дальше работать и идти вперед, несмотря на все сложности. Вы очень много ездите. Самая памятная поездка 24-го года. Я честно скажу, что я много езжу. Многие летчики говорят, что я больше точно, чем некоторые авиаторы летаю. Вот. Поездок много разных. Но вот знаете, я точно скажу, какая самая памятная. Это вот нерюнгринская поездка вот крайняя, когда я приехал на День шахтера. Поздравил народ с трибуны. В этом году, так как Дворец культуры ремонтируется, то сделали прямо на площади поздравления. Я поздравил, там уже огромное количество людей, праздник хороший, прекрасный, замечательный концерт был. Я поздравил, спускаюсь, иду тихо, спокойно там, и тут молодежь говорит, давайте пофотографируемся, ну, с ним сфотографировался, так далее, там все, постепенно иду, выхожу за ограждение, думаю, ну, сейчас до машины и поеду уже в гостиницу отдыхать, и тут ко мне прибегают дети. Вот маленькие совсем. И началось. Они вот настолько трогательно меня обнимали. А потом я смотрю, одна такая совсем маленькая стоит, лет 3-4, наверное, сколько-то. И что-то мне протягивает. Я думаю, что может записку какую-то хочет. Она, оказывается, мне жвачку дает. А Сергеевич говорит, пап, вот жвачка. Как только я эту жвачку от нее взял, тут же мне и конфеты, и жвачка-то. Надарили эти дети. Ну, знаете, это вот меня реально растрогало. Вот самое запоминающееся. Угу. Айсен Сергеевич, мы знаем, что вы любите кино. Если бы у вас была возможность снять свое кино, что бы это было? Драма, мелодрама, комедия, боевик или исторический фильм? Я на самом деле кино люблю, я не скрываю этого. Я в кино даже снимался, в наших якутских, да, когда еще главой города был. Когда главой республики был, пока еще не снимался. Но если хороший сюжет будет, снимусь, так, поддержу наших ребят. А если бы сам снимал, я бы, наверное, знаете, я бы, наверное, все-таки фантастику снял бы. Я все-таки больше о будущем, ну, много о будущем думаю, вообще о далеком даже будущем думаю. Так, поэтому, наверное, снял бы фантастику.
Чего вам в жизни больше всего сейчас не хватает? Знаете, вот и не сейчас, и это и раньше было, времени не хватает. Причем времени не для того, чтобы там работать просто, да, тогда вот самая вот сейчас заветная мечта, желание было бы, вот, знаете, вот оказаться где-нибудь там в верховье Халинка, например, так, там с прекрасной, замечательной скалы. Вот когда молодой был, особо не ценил, так, когда туда ездил. А вот сейчас я, наверное, просто бы напротив них сел бы и, наверное, несколько часов просто на них смотрел бы, так, на эту прекрасную нашу природу якутскую, замечательную реку, замечательные скалы. О жизни думал, вспоминал бы. Но вот времени нет. Алексей Сергеевич, какой самый ценный совет в жизни вы получали от родных? Знаете, я, наверное, самый такой... Много советов хороших и родители давали, и родные. Но вот, хотя я был очень тогда маленький, ну, не то, что, в общем-то, лет 9, наверное, было, но я запомнил до сих пор почти слово в слово. Да, это мы однажды с моим дедушкой вскапывали огород, картошку сажали. Ну, я же маленький был, так, там май месяц уже, 20-е числа, Николин день. Вот. Хотелось с ребятами побегать, там, в футбол поиграть и так далее. И я начал там, знаете, вот, вскапывать так по-крупному. Там, что там, картошка вырастет и так. Вот. Дедушка это заметил. Вот. Ну, думал, может, сначала, что я так, а потом видит, что я так быстро-быстро хочу что-то сделать и убежать. Он подошел, посмотрел на меня и говорит, «Тойом, олоккор тугормит умрорболокна, еще и другого урока надо делать». Ну, если переводить, он просто сказал, что дорогой, вот, если в жизни ты что-то делаешь, то надо делать это хорошо. Вот, и вот с тех пор, вот это мне врезалось тогда, и я до сих пор вот этим руководствуюсь. Если ты за что-то взялся, то нравится тебе, не нравится, то надо делать это хорошо. А еще лучше отлично. Какая привычка помогает вам быть эффективным? Ну, если можно меня назвать эффективным, то, наверное, системность. Я достаточно системный человек. Вот если какие-то планы сделал, то я вот точно по ним работаю и ни себе, ни другим не даю расслабляться. Алексей Сергеевич, как обычно вы начинаете свой день? Я свой день начинаю с общения с Алисой. Яндекс, Алиса же есть, вот она меня будет, и я говорю, Алиса, выключи будильник. Вот это начало моего дня. 7 часов утра или там 7:15, вот так. Вы редко отдыхаете, что делаете, если выпадает выходной? Ну, если там длинные выходные, то, конечно, стараюсь как-нибудь на природу поехать. Вот. Ну, к сожалению, это совсем редко бывает. А так, вот если выходной бывает, воскресенье, то, конечно же, я его предпочитаю всегда вместе с женой провести, поговорить о жизни, поговорить о детях, о родных, там, домашними делами заняться. Знаете, вот с возрастом, наверное, все больше и больше вот тянет к этому. Алексей Сергеевич, мы благодарим вас и всех жителей республики за то, что были с нами, за то, что приняли участие в программе, за открытый и интересный разговор. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. С вами были Олег Марков и я, Алена Шестакова. До встречи.